Всем привет, друзья! Вы на канале Shadow Игровые Миры, меня зовут Дмитрий. Как и обещал, еще одна серия по игре My Fantastic Ranch. Моя фантастическая ранчо, где мы воспитываем дракончиков и единорогов. К сожалению, игра не победила в битве со своим соперником в виде ведроголового рыцаря, но все равно игра достойная, вы тоже за нее голосовали, а значит, мы немножко с вами еще в нее поиграем. И тем более Киан сразу получает новый значок. У нас все опытней, опытней персонал-то у нас на ферме. Ученики тут все, конечно, хорошо. Единственная проблема, я уже нифига не помню. Меня просто переключился на другую игру, а здесь теперь надо все заново вспоминать. Так, народ, смотрим на задание, и все пойдет. Нажимаем сюда, урок выбираем. Тут нам надо комбинировать... Это наставника. Сначала выбираем наставника, хорошо помнит. Стрелка желательно, чтобы был. Или лучше воспитать какого-то другого. А здесь выбираем отличный дуэт. У меня в задании находится водный дракон. Тайпер прилив готов в отличном дуэте. Вот, хорошо, подтверждаю. Да, Смегди, прекрасно смотритесь. И какой-нибудь, который еще не прокачался. Вот этот вот пусть будет. А его нету дома. А вот этот пусть... На ранней стадии вместе с Тами, пусть тоже нет, хороший не надо, давай отличный дуэт, больше заработаем. Все подтверждаю и начинайте. И сразу же выполняю задание. Сахарный единорог, тут другая история. Он у меня, по-моему, на соревнованиях. Верховая езда, ух, качается, как у нас эти единорожки-то прут, да? Годится, сейчас подождите, я вспомню, у нас кто-то поехал на соревнования, нет? Нет, никто у нас не поехал на соревнования. Сахарный должен быть свободным. Вот, сейчас он освободился, по-моему. Так, давай, кто у нас не прокачанный? Вот ты, уборщик, товарищ. И здесь нам нужен сахарный единорог. Сахарный, сахарный. Вот он, родной. Раз. А дуэт должен быть отличный. Тами у нас уже есть. Тут только хороший. Тут тоже уже есть. Только хороший. Нет, вот есть отличный, есть, вообще есть отличный. Конрад, давай. Давай, Конрад. Отлично. И второго мы еще с вами можем выбрать. Какую-нибудь, я не знаю, кто у нас еще не прокачан полностью. Если я правильно понимаю, как это качается. Надеюсь, да. Ну да, это ж опыт идет, правильно? И вот этот вот заполнение квадратика со знаком вопроса помогает им стать опытнее. Так, и это я выполнил. Великолепно, Алин заканчивает обучение на ранчо. Блин, у меня студенты разбегаются. Чё они ко мне не идут-то никто? Алло. Ну ладно, надо, наверное, репутацию качать. Мы готовы начать великий турнир. Подождите, я еще кого-то отправлю на этот турнир, а потом начнем уже великий турнир. Обычный турнир, 150 кристаллов. У нас 7000, мы уже и здесь богаты. Турнир какой? А какой турнир-то, боже? Я забыл посмотреть, какой турнир. А ну назад. О, давай еще раз. А турнир у нас обычный стрелка. Стрелки, стрелки, поэтому берем стрелка свободного. Маурисио, уборщик пойдет у нас тренировать. Уборщик тренирует. Ну а что у нас? Маленькая академия. Бюджет маленький. И поэтому приходится посылать, кого придется, кого поймаем. Так, в отличном дуэте, идеальный дуэт с Тами, и обязательно возьмут первое место. Вперед, вперед. Только надо было, конечно, бы не начинать тогда вот этот вот турнир. А вдруг здесь понадобятся тоже опытные. Ладно, давайте дождемся, пока оттуда приедут, а тогда мы с вами это... Ну, вы поняли. Так, построить. Что со студентами? Что-то беда у меня со студентами. Не могу понять, что не уходит-то от меня. Вы офигели совсем, что ли? Не, я понимаю, что не уходит. Они заканчивают обучение. Почему новые не приходят? Я могу это улучшить на 525. Комфортное общежитие на 4 чувака. Ну давай. А вот это на 4 чувихи, да? Ну давай, 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 давай. Все, получили в конце обычного фестиваля. Все, годится. Я жду теперь прибытия. У меня еще влезет сюда 7 студентов. И здесь у меня еще свободные комнаты, по-моему, имеются. Ладно, ждем-с. Ждем-с, ждем. Стрельба, урок завершено. Деньги пришли? 524, конечно, пришли. Улучшение сейчас не могу улучшить эту постройку. Уборка все в порядке, тут все нормально. Сейчас сразу запихиваю сюда еще кого-нибудь. Кто у нас бездельничает? И кто у нас еще не прокачан? Сейчас проверю еще
Давай вот этого огненного. Задание-то все равно пока нет. Какой у нас день? Суббота. Обновление персонала, обновление единорогов через один день. Я уже въехал в игру, все в порядке. Давай вот этот отличный дуэт запишем. Тут въезд быстрый. Тут долго не надо думать. Приятная атмосфера в игре. Такой отзывчивый интерфейс. Почти все понятно. Все запихнул, нам нужны деньги. Там еще тоже бегают. Что я еще хотел? Мне единорогов максимум. Работника могу одного нанять. Так, сейчас вспоминаем с вами про работников. Взаимодействие. Про работников. Это работники мои. Могу уволить, кстати. А зачем увольнять? Вот это не могу понять. Построить рабочий офис. Я забыл, где у нас нанимаются работники. А? Тут помнят? Раньше здесь же, да? Взаимодействие. Подожди, существо. Нет, это то, что у нас переместить, подарить. Кому подарить, не пойму. А тут что у нас? Тут у нас еда. Заполняется. Хорошо. Нет, у нас... Сабина хочет поступить на ранч. Да, конечно, у меня столько мест свободных. Камон. Давайте. Верховая езда, урок завершен. Здорово. Здорово, сейчас набьем. Турнир сейчас закончится, мы начнем с вами сразу же новый. Да ёж-моёж, команда вернулась с турнира. Ну еще бы. Первое место. 608, что-то маловато. Все, я готов. Я готов начать королевский турнир. Я реально забыл, где нанимаются эти... Персонал, как он нанимается? Это улучшение, подожди, это не надо нам улучшать. Рабочий офис, вот он. Подожди, найм... А, вот, найми нового работника. А, все, вот здесь он нанимается, вот этой опции оказывается. Ясно, а пони... Пони, дракончики и все остальные нанимаются вот тут, да? Да, только обновиться это через один день. Ну что, я готов начать королевский турнир, что бы это ни значило, и прокачать нашу... 2000! И прокачать нашу репутацию от пятерки. Пора уже расти вперед. Простой непродолжительный фестиваль, самое то для начала. Ну давай. Фестиваль начался! Пора веселиться! Только что прибыли принц и принцесса! Королевское торжество. Видишь шкалу в правом нижнем углу экрана? Это показатель воодушевления. Оно повышается с каждым завершенным уроком. Каким уроком? Но воодушевление понятно. Заполни шкалу хотя бы наполовину, чтобы начать королевский парад. А, так это мы еще должны уроки закончить. А я думал специально все закончить, чтобы парадом заняться. А, начни урок. Какой урок? Не хватает воодушевления, чтобы начать королевский парад. Изменить. Я могу сразу же улучшить. Но не сейчас. Ладно, урок я понял. Любой. Получите оценку в конце обычного фестиваля. Мы работаем над этим. Вот, начинаем урок. Как раз у меня освободилась парочка. Давай каких-нибудь простофиль сюда загоним. Ну, которые начинающие. Вот Джеки всякие там, вон. Тереза, Миры. Вот этих надо вот привлечь. Они у нас очень плохо себя чувствуют. Давай. Раз, это работник, я имею в виду. А сюда мы отправим какое-нибудь неопытное животное. Вдруг на турнир надо будет кого-то засунуть. Давай Азорожок пойдет к нам. А дуэт мы сейчас подберем какой-нибудь, который еще у меня не прокачанный. Вот, отличный дуэт. Давай, Сабина. Так, и здесь тоже подберем кого-нибудь, который еще. Мне же надо закупать, кстати, единорогов. И желательно побольше. Отличный, хороший дуэт, Мариус. Давай хороший дуэт, пусть будет хороший дуэт. Правда, у меня Сапфир уже он злой, но ничего. Начал, вернее, урок есть. Дальше что? Стрельба, урок завершен. Воодушевление у меня в... О, пошло дело. Принц и принцесса высказали свои пожелания к проведению парада. Они хотят посмотреть на существ определенного вида. Извините, половина ушла на уроки. Вы же сами сказали, воодушевление вам нужно было. Принц и принцесса. Чтобы узнать вид существа, проверь иконку рядом с его облачком настроения.
Каким еще облачком? Просто выбери существ, на которых хотят посмотреть принц и принцесса, чтобы заработать больше очков во время парада. Ага, это не облачко, это морда настроения у меня. Я хочу посмотреть на единорога таинственного, как призрак, сказал принц. Ну вот, есть у меня меритень. А у меня нет супер, отличный дуэт, нет? Это он так и сказал. Давай, горят неопытный, давай вот так вот, с норой. Ну что, годится? А второго кого засунуть? А, 4 надо, да? И все, один или подбери лучший дуэт или... А, лучший дуэт. Так у меня нет, у меня один такой призрачный. У меня других нет, извините. Все остальные на уроках. Или злые. Еще и забьют принца с принцессой. Затопчут. Ну ладно, я в принципе выполнил ваше пожелание. Ну давай остальные, 10%. А что 10%? Я не понял. Я тебя подобрал, принц, ты офигел, что ли? Я тебе сейчас кока-колой оболью. 20%. Там стрелка надо подобрать. Ну вот, Руби Рассвет с хорошим настроением. А чё, 0% уже? Чё ты, может, один надо дуэт подобрать? Вот идеальный мне дуэт, пожалуйста. Теперь 10%. А чё 10%-то? Я ж подбираю идеально просто. Вот, раз. Ноль уже. А чего ноль? Хорошую дуэту мне нужно, чтобы скачки были. Где они у меня? Они все заняты. А у меня уже нет таких. Ну давай, Гарриет, неопытный. Ну давай вот это. У меня отличных-то дуэтов-то нет. У меня только хороший дуэт. А нет, есть Бен еще. Ладно, Бен неопытный. Отличный дуэт. У меня 0% результат, что бы это ни значило. Ну вон пошли. Первый призрачный, кстати. О, как я вас, да? О, растет, смотрите, там у принца что-то. Прими ученика обучаться на ранчо. А как его приму обучаться, если он ко мне не просится? Пауло заканчивает обучение. У меня наоборот ушел один студент. Смотрите, как классно. Вообще, блин. Что там? Кто-то там бесится. Кто бесится? А ну, пристрелите, кто там бесится. У меня тут это, важные гости. Успокойте. Все, годится. Что там? Кто-то упал. А, все-таки пристрелили, да? Я пошутил. Это же все всерьез принимают. Так, смотри, вот тут нормально. Веселье просто, я сам бы хохотал бы, наверное, во все горло. Но мне надо еще играть. Мне еще надо он принять ученика. А если я буду хохотать, как его примут-то? Он же поймет, что сумасшедший дом. Его отправили родители. Кто-то еще... Ой, еда заканчивается. Что-то у нас принц с принцессой подумают, а? Все, я завалил еды чуть-чуть. Так я ничего не понял. Там у меня он вообще не двигается нифига. Смотрите, ничего не растет. Ну, я понимаю, надо было больше призрачных сюда. Потому что он хотел больше призрачных. Но у меня один всего призрачный. Остальных подвезут попозже. Как принять-то этого? Еще одного студента. Я готов. Поступившие ученики. Они все заняты, они все работают. У меня их мало. Один работник, 10 единорогов. Ну ничего, завтра уже понедельник. А долго это будет, этот вот весь веселье? Веселье длится. Пока они сюда не дойдут, да? Наверное. Эх, жалко, не могу принять ученика. Я вот не знаю, сюда можно кого-нибудь отправить? Мы не запорим наш турнир. Вот пойдет сейчас этот с Тамей. Ну просто деньги тоже надо зарабатывать, сами понимаете. Они ниоткуда и... О, идеальный дуэт, Конра, давай. Ну, кажется, идет-то у нас тут веселье. Давайте мне уже 6-ю звезду. Мне уже надо это. И понедельник желательно побыстрее. Фестивальная лихорадка. Какие-то призы дают постоянно.
так фестиваль ярко проходит, что даже призы идут. Не, смотрите, тут, смотрите, как прет веселье вон они. Без охраны. А если у нас тут ассасин какой-нибудь есть? Как мне принять ученика? Ну, ё-моё, не принимается же. Так, Луис. Джек, вернее, давай Джек. Джек пойдет со злым Азор-ожогом. Нет, он еще не злой, но скоро будет. И возьмите Микки. Я думаю, это будет хорошая компания. Джун. И возьмите кого-то вот оттуда снизу, который там совсем с низким рейтингом. Их надо студенты к нам записать. Что, заинтересовать их надо. Вот тогда они идут к нам учиться. Когда мы заинтересуем... О, смотрите, стрельба началась. А у меня есть там стрелки, кстати, один, правда. Нет, два. Так это мы хорошо пройдем с вами. Принцу и принцессе бинокль дали? Потому что тут все дальше и дальше. Начните урок с двумя отличными или лучше дуэтами. Как вовремя. Воодушевление у нас что-то совсем зависло в центре. Стрельба, урок завершен. А ну попробую. Ну, провалил я принять ученика, от меня что-то не зависит. Конец недели. А принц все у нас. Ну и... Ну, у нас тут вообще мегарост идет по всем. Счастье существ чуть-чуть пошатнулось. Немного кто-то всплакнул, видать, у меня в стойле. А настроение учеников стабильно максимальное. Да, конечно. Еще бы. Прибыль пошла мега вверх просто. Ну, хорошо, я рад. Так, дайте я быстро сюда с отличными дуэтами. Смогу я этих же засунуть сюда же? Отличные дуэты. Нира, пойдешь ты? Отличный дуэт. Идеальный дуэт, да. Идеальный, только я сейчас найду... Нет, не идеальный, мне надо отличный, только тот, кто меньше всего прокачан. Вот это, отличный дуэт, пожалуйста, раз. И выполним сразу же требования. Вот и... И отличный дуэт Сабина. Пожалуйста, два отличных дуэта. Выполнил. Да, это влияет, по-моему, на продвижение линии вперед. А вот эта радость, вот эта, которая у нас здесь... Это будет сколько длиться? Неделю? Наверное, да. Ну ладно, у меня завезли новых животных. Это хорошо. С одной стороны. Я могу нанять еще одного работника. Это тоже хорошо, с другой стороны. В чем у нас проблема? Проблема у нас с уборкой. Я нанимаю еще одного уборщика, пожалуйста. Микки, уборщик. Белла, кормитель. И Сьюзен. Я нанимаю Микки. Все, Микки нанят. 16 из 16, у нас максимум. Студенты не идут. Ну и ладно. Так, у меня есть свободное стойло для... Есть, даже у меня три свободных... Или сколько у меня свободных стойл? У меня нет свободных стойл. Прекрасно. Значит, надо их построить, чтобы они были, правильно? Правильно. Поэтому мы здесь сделаем сейчас аллейку свободных стойл. Строительство. Давайте вот это. Вот симпатичное стойло. Симпатичное стойло. Переверните, пожалуйста. И поставьте его прямиком сюда. Тут не надо. Вот так вот. Друг напротив друга. Хорошо будет аллейка у нас. А может, не друг напротив друга. Можно поставить его так. О. А, так тут выход у нас. Тут цветочки, я не могу я строить на цветочках. Так, тут у нас дорога. Давайте не будем тут заставлять, у нас земли, по-моему, хватает. Вот так вот, давай, наверное, поставим. Тут мы сделаем дорожку большую. Даже вот так сделаем. Не нравится мне пока. Пока мне это не нравится. Что там у нас, не заскучали принц-принцессы, пока я тут стойло планирую? Ну, хозяйственная деятельность, она такая. Ладно, давай одно поставим, потом передвинемся. Что, сильно близко двигать не надо? А, какая разница, дорога-то не пойдет дальше. Она же тут... Опс. Ставь, короче. Сойдет. Поберегитесь там. Все, три поставил, дальше посмотрим, как они. Нормально. Нормально. Еще и не попал туда, куда надо. Ну, красавчик. Так, а ну, иди сюда. Переместить.
А тут тебе не поставишь-то напротив, только вот так вот. Ну давай не напротив, все, мы должны напротив все ставить. Пусть стоит. Так, я могу нанять троих теперь кого-нибудь. Взаимодействие. Там написано три отличных дуэта, я никак это не сделаю. Так, у меня есть Рошан. Недостаточно места построить новый сарай или лучше уже построенный? Улучшаю. За 425. Улучшаю второй. Пойдем. Изменить. Улучшил три сарая. Могу теперь нанять. Могу четвертый еще лучше. Да нет, хватит, успокойся. Ну вот, студент пришел, ну как вовремя ты пришел, друг мой. Блин, три отличных дуэта. Мне там не надо прокачка вот этого места хотя бы на один пункт. Что там у нас принц-принцесса? Их еще не выгнали. Рошан пыльца. О, еще один сахарный и ветреный. Вот пыльцы у нас не было. Давай вот этого. Рошан пыльца пошел. Стрельба урок завершен. Сабина получает новый значок. Короче, нанимай всех, кого можешь. Всех нанимай. Энигма. Сахарный второй, между прочим. И нанимай Ватай Буран. Тоже пойдет. Ну, прелесть. Ну, прелесть. Все, три есть. Мест. Еще одно место есть. А у меня нет единорога. Так, что у нас здесь? Боже, вы еще живы. Не от старости умрут эти принцы и принцессы, пока не дойдут мне до конца фестиваля. А может, это надо как-то что-то это улучшать, что ли? Нет? А, я даже не могу взаимодействовать с этим полем. О, все. По-моему, закончилось. Не прошло и недели, как мы с вами закончили турнирчик. Новые земли. Репутация улучшилась. Чудодивный кристалл. Новая постройка и лавку. Это все, что мне дали за шестой уровень? Что ж, мы думаем, что фестиваль был... Интрига. Принцесса, я же вас выгоню. Фантастически! Ну, серьезно, что ли? Сказочным. Мы все-таки заполнили линию полностью. Это, кажется, серединка, это просто отметка серединка. Кажется, у нас все хорошо шло. Я волновался. Строил стойло, и аж рука дрожала, когда молотком бил по гвоздю. Думаю, боже, что ж там происходит? А там все хорошо. Зачаровательным. Да успокойтесь вы. Я в жизни не видел ничего подобного. Это твой первый фестиваль. Конечно, не видел. Я набрал полные сапоги грязи. А еще отсидел весь зад, пока ехал сюда в карете. Ну, хоть не полные штаны. Но оно-то с того стоит. Мы обязательно вернемся. Они явно впечатлены. Класс. Потрясающая работа. Мои поздравления. Уверена, следующий фестиваль будет ничуть не хуже. Я тоже уверен. Не дождусь. Че, у меня шестой уровень только начал качаться. Все, что я строил, зря, что ли, получается? Я думал, мне сейчас прокачают до восьмого уровня. Ого, денег. А что мне еще дали? 100. 355. А что-то было вот это такое, вот это перечеркнуто у меня. Ну ладно, неважно. На 100% все-таки выполнено. Чудесные новости. Ну давай, фейка, какие новости? Принц и принцесса в восторге от визита. Да, на они ранчо. До сих пор кричат. Вон они стоят и кричат за забором и в восторге. Ну. Они заметили старый сломанный мост и прислали нам лучшую строительную бригаду гномов во всем королевстве. Гномы не пьющие хоть? То я знаю вашу строительную бригаду. Как быстро они все починили! А это значит, не пьющие. Что теперь нам открыты кристальные равнины к востоку от реки. Класс, а что там строить? У меня всего 4 вида постройки. Фея. Только посмотри, сколько здесь места для увеличения ранчо. Просто феерично. Просто феерично, что там строить нечего. А так феерично, конечно, я сам в восторге вот до сих пор. Начни урок с тремя отличными. Так, они поехали. Интересно, куда они поехали, интересно, вот. Да, они даже не поехали, у них даже кареты нет. А ну подожди, мы видим репортаж. Самое прекрасное место в фантастической стране. Они все-таки пешком, да. Ну это еще неделя уйдет. В принципе, можете не уходить, если вы через неделю вернетесь. Я могу начать, в принципе, следующий вот фестиваль обычный через 2000. Просто непродолжительный фестиваль, самое то, что для начала. Вы точно хотите уйти? Да, давайте сначала чуть разберемся, там денег надавали. Я хочу прокачать что? До следующего уровня, чтобы можно было три пары сюда
загнать. Улучшение нельзя. 9-й уровень. Как же до 9-го уровня-то дожить? А тут тоже 9-й уровень, и тут 9-й уровень. Нифига себе. А чем же качаться до 9-го? Фестивалями вот этими, что ли? Чудесно. Ну ладно, давай сюда съездим. Еще кого-нибудь отправим. Турнир у нас ездовой. О, 3-й пункт открылся, смотрите, у моих подопечных. То есть он может быть и ездоком, и стрелком. А, я могу что-то там построить, сейчас посмотрим. Так, мне нужен ездок. Басам, как обычно, ты. Поедет Мэри Тень. С отличным дуэтом. С Конрадом поедешь, там посмотрим. Хотя он стрелок, куда ты его отправляешь-то. С Сабиной. Вот Сабина недавно нас выучилась, вот пусть съездит. Пусть съездит. Так, тогда давайте этого, блин, давайте фестиваль еще начинать. Ну а как репутацию качать? Давай за 2000 качнем вот эту штуку. Да начнется фестиваль. Принц, принцесса, не уходить далеко. Вон они до второй лавочки дошли у меня. А ну назад пошли быстро. Прибыли принц и принцесса. Я же говорил, не уходите. Я хочу посмотреть на вод. Это водный? Да, это водный. Если он не занят. Есть у меня водный. Тайпер прилив. И у меня есть отличный дуэт. Стрелковой. Вот, отличный дуэт. Сейчас нору еще проверю. А есть идеальный дуэт? Нет, нет. Ну давай отличный дуэт тоже. Стрел. Все, конец. Есть первые результаты. Так, дальше у нас идет... Вот такой вот дурву-шквал, только желательно, чтобы он был и водный, а водных у меня, по-моему, уже и нету. У меня есть ветреный. Один меритень уехала. А что, у меня водный реально один? Да, водный у меня один. Ну ладно, дурву. Совпадет хоть что-то здесь. Дурву, а здесь ездаки нужны. А у меня что-то никого... А, нет, есть. Вот, идеальный дуэт. Нора пойдет, покажет себя. Блин, 4 дуэта это составляет? Ну это ужас, ну вы чего? Руби рассвет. Так он не подходит. А что такое 20%? Не подходи. А, не подходит это. Или что такое результат? Настроение плохое. 10%. А, это шанс, что они начнут брыкаться. Это не подбор. Это не процент под совпадение. Давай алкаша с плохим дыханием сюда. Он как раз совпадает. А здесь возьмем кого-нибудь. А уже никого у меня и нет. Мне люди нужны. У меня свободных, кстати, нет, только стрелки. Поэтому бери стрелков, там тоже не постреливают. Так, и тут надо подбирать кого-то, кто у нас самый менее опасный. Батай Бутан, а он только пришел. Давай вот этого первого. Второго. Джун, пойдешь ты. А с тобой пойдет... никого уже нет. А вот пойдет Тамия. Отличный дуэт. Все, поехали, ребят, деньги надо зарабатывать. Правда, мы тратим 2000, нам выплачивают за успех 3000. Прибыли принц и принцесса. О, опять вы. Займите не ниже 2-го места в обычном турнире. Ну вот сейчас приедут, я не знаю, займем, не займем. Еще едут, ничего не могу поделать, извините. Тут нам нужен 9-й уровень, жесть. Надо качать, надо ставить, наверное, стойло, надо ставить еще одно поле, потому что до 9-го уровня, даже не представляю, как мы докачаемся с вами. А зарабатываем мы на турнире всего 1000, потому что мы 2000 отдаем за участие, за подготовку. Ну о чем это говорит? Так, давай, Анна, ты. Здесь у нас надо тоже кого-то выбирать, у нас совсем никакие, вот этот вот. Давай, тренировка важнее всего. Нора, пойдешь ты. Хорошим дуэтом пойдете, или каким, не знаю, каким хотите, идите. Азор Ожог и... И Гарри, давайте. Хорошим дуэтом пойдете. Тоже вас надо как-то соединять. Так, и стрелки давайте тоже сюда. Стрелки. Давай, пойдешь ты, Марине. Стрелки. Арай Вулкан, вперед. Отличный дуэт с Мариусом пойдете. Так, и Руби Рассвет. Третий тебе надо не стрелковый прокачивать. Рошан Пыльца. О, зелененький пойдет. Пойдешь с хорошим дуэтом по имени Хильда. Шанс с 30%, что вы не сойдетесь. Но ничего, мы вас утихомирим быстро.
Выстрелы слышали? Это кто гуляет у меня с розовыми волосами? Так, все, пошел процесс. Сейчас мы с вами вернемся. Репутация... Я так понял, репутация сидит на максимуме, то она дальше не качается. Хоть выигрывай, хоть не выигрывай. Хоть строй, хоть не строй. Воодушевление что-то у нас вообще низкое. Что-то не понял, что такое низкое воодушевление это. Ну, понятно. Не успели уйти, а уже второй турнир надо смотреть. Ладно. Так, я тут прокачивал вот эту вот штуковину, да? До 9 уровня. А если я прокачаю еще одну штуковину? Это не влияет на репутацию. Команда вернулась с турнира. Мы, наверное, что-то выиграли. Раз мы такие счастливые. Да, первое место, ну еще бы. Репутация растет. Да, это реально надо на турнир засылать всех. И вообще мы прокачаемся очень быстро. Обычный турнир. Постой, ты нет, не... А как, когда можно будет? А мы еще не приехали полностью, да? Мы приехали? А, тут еще и надо подождать. А я уже спешу. Так, я прокачал сколько стоил? Два прокачал стоило. Это я тоже прокачал. Третьи этажи появились. Что у нас здесь? Воодушевление уже за серединкой. Прими ученика обучаться на раньше. Да, я бы с радостью, но... Но как это сделать? Их же здесь просто нет. Ну, сейчас будем ускоряться тогда, не знаю. Давай тогда построим еще раньше. Не раньше, вернее, а стоило. Вот так вот сделаем, чтобы их видно было. О, хорошо. Все, сюда пока не надо. А здесь мы вот так с вами. Я сначала дороги проведу, а потом подумаем, как-то... О, вот так давай, задом друг к другу. Ну, это же круто. Давай дороги. Дороги. Вон у меня появился в оформлении вот этот кристальчик за 175. Украсть на радость посетителям, на зависть соседям. Украшаю на радость посетителям и на зависть соседям, как мне и сказали. Могу здесь поставить, чтобы все обзавидовались просто. Обзавидуйтесь за 175. Репутация не растет от этой зависти. Соседи просто рыдают от зависти. Там у меня какой-то камень появился, все рыдают, да. Так, дорожка есть какая-то культурная? Вот она. Вон, лавка появилась, тоже на зависть всем. Старая, добрая, деревянная скамейка, не лишена своего постоянного очарования. Занозы в заднице те еще. Хорошая скамейка. Так, тут я, наверное, сделаю большой проход. Все-таки у нас тут вход-выход туда-сюда. Камень тут, вот. Я здесь соединяю. Вот, раньше просто блеск. Вот, хорошо-то как. У нас тут студенты, а тут у нас животные. Что те тоже мусорят, поэтому убирать надо... О, Нора хочет поступить на... Мы успели выполнить требования? Успели, впервые в жизни, Нора. Это Нору мы сюда просто обучаться отправили, ей понравилось, видите? Мы смогли! Первый раз выучил. О, смотри, как репутация рванула-то вверх. После того, как мы студента приняли. Блин, это я на 5 уровне сидел, у меня репутация не качалась. Когда мы уже начнем турнир проводить? Нет активных турниров, плохо. Гнома, а что вы там построили? Вот тут я теперь могу строить, типа, да? А что мы здесь будем делать? Студентов-отшельников сюда отправлять. Кто плохо учился, будут на целине у нас тут это возводить. Ну, не знаю. Могу поставить там еще пару полей, но мне тут нравится все. Я вот и тут еще одно хочу поле поставить. Так, давайте. Непростая. Вот это мне что-то напрягает, чуть ручной режим. Это каждого, видите, вот это наблюдать за каждым. Следить за каждым. Вот Сапфир Джем сейчас попрет. Выбирай тех, кто там... У нас вообще нулевой, вот только пришел. Кто у нас тут? Мегди. Мегди у нас отсутствует. Бен. Бен, а ты у нас студент или кто ты вообще? А ну студенческий покажи. Хороший дуэт. Вот пусть будет хороший дуэт. Ну не отличный дуэт, но хороший дуэт. Азор Ожог все никак не прокачается, а вот Хильда... Да.
Все, побежали. Тут уже тоже никого нет. И вот это бегай сюда, от этого места к этому. Так, Нира, давай. Посмотрим, как ты справишься, не справишься. Вулкан злой, ну его нафиг. Давай, Киана. Киана и вот это, да. С листиком. У нас скоро будет задание какое-то, она с листиком один. С листиком, конечно, важно прокачать полностью. Вот вообще, Ватан Буран вообще не поймет, чего сюда загнали. Нора, давай ты. Хороший дуэт. Посмотрим. Не отличный, но хороший. Так, ну что, построим второе поле. Пусть соседи вообще там обофигеют-то. Это мы построили. Ну, давай еще одно поле построим. Вот это, арена для верховой езды. Ого, размерище. Что, такая большая была, да? Ага. Я могу вот так сделать, но тут никто больше не пройдет. Никогда. А вот тут как специально. Хотя... А, ну если лавки убрать... Или то мои лавки, то мои лавки. Ну что, заставляют меня переезжать. Давай здесь сделаем поле. Чем бы нет, я не против. За 400 монет поставим тут поле. Там я деревки посажу. Вот отсюда давай. Репутация не выросла. Так, сюда надо какую-то дорожку провести. Потому что они не найдут проход. Хотя пусть по газону пока ходят. Есть у нас еще одно поле. Изменять и повысить для второго уровня. Повышаю. Так, теперь подожди, а как же повесить? А, вот. Все, второй уровень готов. Засовываю сюда ездоков. Вот, например, Эллиот хочет получить второе образование. А я не против, чтобы он получил второе образование. Вот пусть получает второе образование. Рай Вулкан вообще первого даже не имеет. Так, давай ты, Гарет. Уже у меня 100 лет уже у меня работаешь, а все еще без образования. Нигба. Ну тут все занято уже. У меня мест уже не... Блин, ты сильно тут не разгоняйся. То у нас реально не допускать шалостей. В смысле... Вот такое задание у меня, да? Это тут еще турнир королей, он вечно идет. Я могу отправить кого-то на турнир? Так у меня уже никого нет, представляете? У меня по полям рассованы все. А тут пипец, тут у нас голод. Кстати, а что у нас с голодом? Вообще надо как-то заботиться о том, что у нас выросло количество всех. Амбар, трапеза. Изменить. Не могу улучшить ничего. Я не допускаю шалости. Вообще не допускаю ни одной шалости. Вообще ни одной шалости. Я слежу за всеми. Если что, у меня ружье есть. Так, амбар. Вот он. В этой постройке можно хранить еду для существ. А кто? Ну ладно. Поставлю даже большую, если хотите. Давай вот так. Улучшаю. Построить. Шалости не допускаю вообще. Тут поэтому скорость игры можно поменять, но это ж не дело. Я что-то все контролирую. Так, и отсюда. Уже нельзя, но все, вот. Как они в амбар попадают, это не ко мне вопрос. По полю бегают. Вот так давай. А король, королева не хотят по дорожке ходить? А им и так нормально. Они любят да, зелень. Теперь бы мне это соединить с тем полем бы вообще было бы хорошо. Ну давай так, так не хочется ломать дорогу. Ладно, давай с этим соединим сначала. А, так тут ты не пройдешь-то. Ха-ха. А вот так можно. А вот так можно, вот так вот. Во, уже коннект, понимаете ли. Какой-никакой. Сейчас как законнектим их всех. Все, соединено. Только это ничего не дает, ни репутации вообще, нифига. Но у меня все под контролем.
Тут еще будем строить, и там еще будем строить. Ну что, турнир можно начать, нет? Можно, за 150. Я не допускаю. Займите ниже второго места в обычном турнире. Так у меня нету нормальных животных сейчас. У меня все разъехались. На эти гляну, конечно. Так, не ниже второго места. Есть у меня нормальные люди. А турнир какой? Ездовой, басам. Ну ты ж поедешь, кто еще? У меня всего три животных. Вот, Мэри Тень есть. Мэри Тень поедет либо с Микки, либо с Сабиной. С Сабиной, все, они точно выиграют. Я отправил. Верховая езда, турнир начался. Турнир начался, урок завершен. Стрельба, денег дали? Дали 454, только мы ничего с вами не заработали, к сожалению. Ну и ладно. Так, прокачал. Не, заработали, это другой уже турнир. Азор получает новый значок. Хорошо, давно пора. Так, это тоже получил стрелка. Хильда получила новый значок. Великолепно. Сапфир тоже у нас теперь со значком. И сразу же студент, который хочет нас учиться. Бен. Бен, я говорил, Бен, надо того, поработать с ним. Так, я не допускаю шалостей. А если нет уроков, то нет и шалостей, правильно? Правильно. Верховая езда, урок завершен. Слушайте, я тут вообще со всех сторон прям на расхват. Не допустил шалости. Репутация, смотрите, репутация прет. Блин, это я промахнулся, конечно. Я думал, репутация она сразу добавится, как это везде бывает. И ты уже настроил, тут выиграл много турниров. Оказывается, у меня она была в локе, понятно? Закрытая была. Я ничего не мог сделать. Это очень плохо. Альваро, давай, будешь у нас тренером. Так, кто у нас тут вообще нулевой? Арай Вулкан все никак не получит свой первый значок, как и, собственно, Гарриет. Она тоже никак. Дуэт не очень был. Вообще никакой. Рошан Пыльца. Надо отличный дуэт делать, только с Микки. Нет, с Микки плохой будет. С Норой давай. Все, я вас засунул, работаете. Остальных я не знаю, засовывать, не засовывать. Вдруг турнир какой-то, а если еще что-то? Ну ладно, засовывай, давай. У кого у нас нет значков? Марине, пойдешь ты. Так, Энигма. Давай, Сахарная, ты наша. И Киан с отличным дуэтом. Раз, и здесь тоже кого-нибудь, ну камон. Ватай Буран, давай, тебе что же надо качать? Микки, ты пойдешь. Все, стрелки пошли. И тут давай. Маурисио, давай, давай. Он хочет уже на второе высшее пойти у меня. У меня тут еще... А у меня уже никого и нет, кто у нас без первого значка. Смотри, вторые уже пошли значки. Назор Ожог хочет. А мы его не пустим. Пустим Руби Рассвет. Руби Рассвет и Бен, который стал студентом. Хороший дуэт, но не очень, конечно. Ну а что делать? Ладно, пойдете так, хорошо. Сапфир. Сапфир. У меня вообще никого уже не осталось. Мариус. Смотрите, вообще никого нет. Начните урок с природным единорогом. Очень вовремя. Я бы сказал, вообще вовремя. Что ж, мы думаем, что фестиваль. Я уже на 7 уровне. Фантастичен, я это уже слышал. Сказочным, зачарователь. Я в жизни бы не видел чего подобного. Я набрал полные сапоги грязи. Ага-га-га. Впечатлены? Уверена, следуй. Фестиваль окончен. Хорошо. 3000 мы заплатили, но все совпало опять же. Завершите урок циркового искусства. Начните урок хотя бы с двумя идеальными дуэтами. Пипец. Цирковое искусство у меня еще постройка не даст. Подождите, а за 7 уровень мне что дали? А мы это пропустили. Есть новая площадка. Ура! Ура, товарищ! Посмотрите на размер. На размер посмотреть площадки-то. Вот зачем нам дали еще одну карту. Это, конечно, занимает почти все. Ладно, далеко не убегает, они будут ходить год. А мы сюда не влезем. Ну давай вот сюда под горой сейчас тут поставим. Все, хватит, одной хватит, да. Могу прокачать на 1000 вперед сразу, чтобы цирковая арена у меня сразу... Оп, преображенная была. Так, не люблю без дорог, поэтому сейчас сразу дорогу поставим. У меня грядки открылись. Зачем они нужны?
Вы считаете, что нужно? Ну, если вы считаете, что нужно, я их построю. Даже построю вот так вот их. У нас тут будет тайная плантация. Принц заценит. С принцессой. А как налоги-то платить? Ну, приходится крутиться. Так, давай. Сейчас туда даже дорогу проведу. Хотя, не надо, то еще. Не, ладно, проведу. Ну как-то надо ж поливать это же все дело, правильно? Пропадет еще. Так. Все, я соединил, дальше не знаю. Может дороги потом переделать придется, может не придется. Так, у меня теперь не хватает народу. Причем конкретно не хватает. Я могу еще провести турнир? Блин, ты его можешь проводить постоянно, без... Еще одна команда вернулась. Ой, у меня там это дебоширы. Я иду. Я обезвредил. Так, заверши урок циркового искусства 5 раз. Ну, я попробую. Кто у нас циркач? Нира, хочешь быть первым циркачом? А может, это вообще подкачанный уже? Ладно, Анна, будешь ты. Так, циркачи. Циркачи. Давай, Меретень. А, подожди, мне надо с листиком. А листик у меня в каком? Где у меня занят листик? Листик у меня занят, ездит там. Скоро вернется. Ладно, давай с двумя отличными дуэтами. Меретень. Конрад, хочешь? Давай, может, вы станете циркачами у меня. Алкаш с плохим дыханием. Давай. Ну, давай, давай. Давай тебя. И Нора, отличный дуэт. Давайте, поехали. Начните урок хотя бы с двумя идеальными дуэтами. Блин, это не отличные, это идеальные. А ты что сделал? Ну, ладно. А идеальных дуэтов попробуй найди-то. Короче, мне надо больше единорогов, я не могу ждать следующую неделю. Мне уже нужны новые силы. И природный мне нужен единорог, поэтому будем сейчас обновлять, я думаю. Я, кстати, одного могу нанять. Верховая езда, урок завершен. А ну-ка, кто там? Освободились мои зелененькие с листиком? Природный единорог освободилась, нет? А, это не здесь закончился. Теперь попробуй найди, где закончился. Здесь закончился. Верховая езда, урок завершен. Стрельба, урок завершен. Я думаю, да. Так, Басам, недалеко не отходи. Ты у нас стрелок. А вот, Марине сейчас. Марине, давай тебя сюда. Раз. И мне нужен... С листиком освободился? Освободился. Рошан Пыльца. Вперед. Вперед. Отличный дуэт. А мне нужен идеальный дуэт. Идеальный дуэт попробуй найди. У меня только хорошие дуэты. Давай с тобой, Лоран. Джун, идеальный дуэт, должно совпасть 2 значка, да? Батай Буран. Я по стрельбе там совпадал. Дуэт. Давай Нору. Это хотя бы выполним. Так, цирковое искусство работает. 5 раз надо завершить. О, это у них весело, смотрите. Так мы сейчас уже 8-й уровень откроем, и откроется у нас последняя постройка, а дальше что будем делать? Так, вы постреляли уже? Что за животное забыли? Элют. Тейпер, прилив. Хильда. Ну вот у меня есть идеальный дуэт. 1. Кимбер. Кимберский Ан, пожалуйста, 2 идеальных дуэта. Делаем. Ну так, репутация-то прет. Ай, ну что, народ, надо ставить, наверное, еще одно поле, иначе мы эти 5 уроков будем проводить лет 6. Да, мне кажется, надо ставить еще одну такую площадку. А вообще мне нужны новые единороги. Давайте свежее мясо сюда. Единороги. Подождите, а вот это если я улучшу? Это ж просто их уровень жизни, да, улучшается на самом деле? Ну давай. В принципе, заслужили.
И настроение лучше будет, и с едой все хорошо. Не, давайте позаботимся о наших единорожках. А то они у нас работают вообще, как чувствую себя, как этим каким-то работорговцем. Что там у нас? Куда там? Кто там у нас? Мариус, что случилось? Ты чувствуешь все силы? Приручить? Нет. А приручить аж не могу, да? Нет, нет у меня. 500 хотят забрать у меня. Так, я стойло прокачиваю, просто не мешайте. Я улучшаю качество жизни, чтобы единороги ко мне ломились просто со всех концов мира. И просили, чтобы я их поселил у себя в элитном коттедже. Смотрите, как прокачал-то. В каждом стойле теперь есть интернет, телевидение кабельное, кофеварки. Журналы про коней доставляют раз в неделю. Все, все есть. Ну что, я им прокачал. Пусть только будет с недовольными лицами ко мне ходить. Так, Лоран хочет поступить на ранч. Лоран, давай. Вай заходить ко мне. Студентов 13-16. Скоро надо будет еще общежитие строить. Марина получает новый значок. Все, я прокачал. Гуд-гуд. Какие требования? Начните урок с двумя отличными или лучше дуэтами? Я уже здесь. Сейчас он... Да, а мы тут отлично не начнем дуэт. Давайте, мне 5 уроков надо провести циркового искусства, чтобы продвинуться дальше. Так. Урок. Кто у нас циркачом будет? Нам же нужен циркач. Анна, давай, ты у нас друг. Опа, и циркачом. Раз. Так, Мэри Тень. Отличный дуэт. Смехди, пойдешь? Пойдет. Нам надо 2 отличных дуэта. Не отличные, не годятся. Гарри, давай уже, добивай свой значок. Отлично. Смотрите, у меня уже 8 уровень. Что мы будем делать на 9 уровне, когда у нас последняя постройка откроется? Я уже все прокачал. Ну что, королевский будем загружать? Ну давай, а что? Начните урок с эфирным единорогом. Да подождите вы. Урок, эфирный единорог. Кто тут у нас? Кто пойдет? Кто? У кого вообще ничего нет? Кто только думает? Вот, вот, например, Имани. Имани, давай. Эфирный единорог у меня отсутствует. Он занят где-то. Он у меня вообще один. Занят. С мячиками бегает. Никак не начну. Вот никак не начну, поэтому вот и думайте, что дальше делать. Микки. И второй. Давайте, у кого вообще ничего не... О, вот. Арай Вулкан, он злой. Но с Хильдой... Ладно, давай не с Хильдой, давай с кем-то. Нет, хорошая она не подходит. Хотя можно и хорошие требования. Нет, давай, Нора. Может поладить. Один злой, а вторая неопытная. Сейчас точно будет заварушка. Так, стрельба тут у нас полным ходом прет. Я не знаю, может сделаем еще одно стрельбище, а? Так я и так тут еле успеваю. Сюда будем загонять принца и принцессу? Ну, давайте, за 2000. Налетай, народ. Да начнется фестиваль, я о том же. Прибыли принц и принцесса. Не хватает воодушевления, чтобы начать королевский парад. А-а-а, урок надо начать, забыл про это. Так я начну, у меня вот тут бездельники. А, воодушевление на время еще надо, смотрите. А у меня... Тамия заканчивает обучение на ранч. Пока, Тамия. Так, а... Мне надо выполнить одно из условий, которое у меня... Блин, так надо подгадывать. Короче, мне надо тогда найти эфирного единорога срочно за 500 монет. Есть у нас такое? А ну-ка, быстро на биржу труда. Обновить выбор. Обновляю за 500. Вы издеваетесь. Каменный есть. Есть каменный, но нету этого. Собери их всех. Я уже собрал всех. Так у меня нету этого, который по требованию. У меня сейчас народ разбежится. Когда у меня с мячиком заканчивается этот прекрасный урок, чтобы быстрее. А можно вас это разогнать отсюда? А сколько вы еще будете от этой ерундой страдать с этими мячиками? Ну ладно, я подожду. Блин. Это я не просчитал, это я забыл. Это я промахнулся, конечно. А поле нельзя подвинуть чуть-чуть в бок? Ну, просто мне чуть-чуть... А, нельзя. Как раз в упор.
А там камень упирать нельзя. Ну ладно. Можно, конечно, поставить по центру. Тут оно просто создано для этого. Что там у нас? Кто там? Урок завершен. О, с мячиками освободились. Сейчас эфирный освободился. Гарриет, наконец, поздравляю. Начните урок с эфирным единорогом. Так, не уходи, эфирный. Сразу здесь же и начнешь третий забег. У нас эфирный вообще один. Представляете? Один. Вот он. Начинаем урок с эфирным. Отличный дуэт. Нам надо, конечно, идеальный. Отличный, хороший. Гарриет уже прокачанный. Конрад. Бен. Бен хороший дуэт. Ну давай, Нейтан. Нейтан, камон. Давайте какого-нибудь, которых много. А то нас тут закажут все с кого-то. Воздушный. Давай, Алкан. Алкан, пошел. Мариус, не надо тебе значок. Вот этих надо завлечь. Серин, да какая-то. Серин, давай. Очень классно. Это студент. Начинай. Все, выполнил. Вдохновление 100 сразу. Пипец. Смотрите. Воодушевление. Пошло же воодушевление? О, пошло. Сахарный требует. Сахарный, понятно? Сахарный. А у меня есть сахарный свободный? Есть. Сапфир. Но он злой. 20%, что изобьет принца. А у меня еще один был сахарный. Энигма у меня отлично выглядит. Энигма сахарная, пожалуйста. Есть идеальный дуэт, чтобы им показать, как надо. Есть отличный дуэт, но идеального нет. Ну ладно. На следующий турнир, я думаю, там надо совпадать именно идеально, чтобы выигрывать. Ладно, Кейтлин, давай тебя. Хотя ты первый раз. А кто у нас стрелок должен быть? Вот, отличный. Паула, давай. Так, первый есть. Дальше еще одного сахарного, чтобы 100% уже угодить. Ну, он злой, конечно, будет, но что поделаешь. Я подберу вам Мариуса. Мариус знает, что с ним делать. Есть. Так, вот этот вот со звездочкой. И Мехди пойдет. 40%, что они набьют морду принцу. Ну и ладно. Принцу нравится, пусть ездит. Так, это новичок земляной. Это, кстати, первый у нас прибывший. Хороший дуэт, отличный дуэт. Сабина, нет, Гарриет только получила. Давай, Гарриет, ты. 50%, что будет... Ну, поняли. Ну, ладно, будет так будет. Подбор просто, там кто-то злой, кто-то вредный. Но у нас уже 7 уровень. Подождите, я еще кого-то на турнир отправлю. Чтобы уже работали. Обычный турнир. Так, кто поедет? Турнир у нас по стрелкам. По стрелкам у нас поедет... У нас поедет по стрелкам... А Марине поедет. Раз. Так, по стрелкам отличный дуэт Тейпер Прилив. Хорошо. Идеального дуэта у нас, по-моему... О, есть идеальный. Давай с Хильдой рванете. Все, с Хильдой рванули. Вперед. И попробуйте мне только не привезти 10 кубков. Так, это пошло дело. Теперь загружаем сюда кого-нибудь. Ан, давай, ты сможешь. Это у нас стрелки здесь, да, качаются. Рошан пыльца. Нет, давайте каменно вот это новенького. Во, первого. С Норой хочешь подружиться? Хотя тут на кое-кого другого. О, давай вот с Беном. Со студентом нашим. Так, а тут вот это. Рошан пыльца. И с Конрадом. Вперед. Так, я докупил остальных единорогов. По-моему, нет. А чё, я не могу? Недостаточно мест, сараев не хватает. Чудесно. А мы сарай начнем, наверное, где-то застраивать. Это еще кто? Верховая езда. Понятно. Поздравляю тебя, Рай. Заверши цирковые сараи. Сарай у меня с той стороны. Не допускай шалостей. Как раз шалость может произойти вот здесь, вот на фестивале. Большая вероятность, что произойдет. А, вот это я могу еще увеличить. Все, я увеличил, теперь могу заказать еще двух единорогов. Как раз у меня ровно два до понедельника. Так, заказываю двоих. Хансай Мгла. Это со звездочкой, звезданутый единорог. И еще один... Ветреный, кнют ветер, хорошо. Уборщиков может не хватить в ближайшее время. Количество-то растет всех. Я вот не понимаю, где у нас общая шкала по...
Да вот хватает. Ладно, давай еще поставим вот тут вот. Начни дуэт с кем, с чем, с чем. У нас 8 уровень сейчас будет. Подожди, построй, это будет сейчас точно. Что? Приручи не менее 12 существ. У нас баг, друзья. У нас поменялось главное задание. Походу, наша игра закончена. Смотрите, что творится. У нас было 5 заданий здесь, а теперь у меня приручите 12 существ, а я уже приручил 16 из 12. То есть я не пройду дальше, если верхнее задание не обновится. Нейтан, я тебя подтвержу. О, вернулась. Фух, баг исчез. Я думал уже все. Да. Так, ладно, нормально, миновало. Пока что миновало, держимся. Я вот думаю, что нам еще открыть. Ладно, давай вот это поставим еще. А он не работает, нифига. А что я не могу построить больше ничего? Начни урок с двумя отличными... Ладно, давай вот этот. Да не могу нажать-то просто. Она получает новый значок. О, а что это за значок у тебя такой новый? А что это за значок она получила? Интересно. Циркач, что ли? Так, Нира, давай сюда. Так, Нира, отличный дуэт нужен. Отличный дуэт нужен. Джун, давай сюда. С отличными или идеальными? Наверное, отличными. Мэри, тебя не трогай, они все злые. Уже забодали просто. Хотя им условия создал превосходные. Хороший дуэт, отличный дуэт. Давай снова. Ну все, я на 7 уровне. Сейчас надо вот эту... Команда вернулась с турнира. 8 уровень не начнется, пока я не проведу 5 уроков. А сейчас я работаю просто тупо в пустоту. Плохо дело, надо вторую такую ставить тогда фигнюху. Так, далеко не уходим. Кого мы сюда поставим? Давай, Рошан Пыльца злая. Ну, конечно, отдохнуть бы. Ну, ладно. Потом отдохнут. А что делать? Ну, подожди, я ж новых набрал. Кнет ветер всякий. Давай сюда их. Отличный дает он с Сабиной, пусть бегают. Это какой будет? Четвертый. Конрад заканчивает обучение на ранче. Четвертый — это плохо. Давай еще одну ставить. Такое же поле, только рядом. Ой-ой-ой, меня что-то понесло. Такое же поле, только рядом. Во. Тож оно же? С тремя бочками, с тремя. Потому что мы будем очень долго тогда качать вот это все дело. А я уже хочу 9 уровень. На 8 сейчас перейдем, построим последнюю постройку. Что-то не то тут у нас пошло. Хотя нет, правильно пошло. Не допускать шалостей, понятно? Блин, у меня сейчас все в пустоту идет, ну нормально. Из-за того, что я урок не могу закончить пятый. Так, не вздумайте фестивали королевские заканчивать без меня. Что-то я тут не туда поставил, наверное. Ну ладно, будет чуть-чуть со сдвигом у нас. Все, есть. Деревья, все остальное потом. Тут сразу же прокачку ставлю. Ой, не-не-не-не, я хотел улучшить. Чуть не снес. Изменить урок. Урок. Анна. Смотри, ученый. Анна молодец. Давай, наверное, пойдет теперь Леон сюда. Злых не трогайте. Тайпер прилив. И Хильду. Давай вот этого. И кого-нибудь из новичков, студентов, я не знаю, кого угодно. Кейтлин, он, пожалуйста, первый раз будет сейчас. Хороший дуэт, хороший дуэт. Все, если эти два закончатся урока, мы с вами... Выполним задание, перейдем на 8 уровень. А эти пока еще на второй фазе, то там еще ходить года 2. Ай, уже хочется прокачаться дальше. 12-6, 16-6. Че я не смог построить, кстати, вот это здание еще одно. Для ремонтников. Вот это ж оно. Красным что-то. Рабочее бюро что-то больше не строится. Больше 16 нельзя, что ли? Это строится. А чё бюро не строится? А?
Это строится, бюро не строится. Больше 16 работников нельзя нанимать, да? Вы на это намекаете? Намекайте. А мы вот так сделаем тогда. Мы тогда амбаров для еды, чтобы еды хватало. Я мало понимаю смысл вот этих амбаров, потому что здесь нет общего количества еды. Но раз количество растет, наверное, животных, да, должно, наверное, количество амбаров расти. Ну все, пока тогда. А че я не могу бюро-то поставить? Я могу только их улучшить. А, есть, наверное, определенное количество. Только улучшать, это чтобы не было перенаселения, наверное, у меня. Так они поборолись с этим. С перенаселением-то. Понятно? И мне вот этот мост еще откроют, и третья локация у меня тоже появится. О, давай, 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 Конрад. Ну, отлично все. Девятый уровень, это, я думаю, последний уровень. Потому что тут делать-то реально больше нечего. Я могу поставить еще одну вот эту штуку. Ну, давай не будем ставить, седьмой уровень все равно ничего не дает сейчас. Шалость, хорошо, что не... Хорошо, что не это. Не на моей смене, как говорится, да? Хорошо, что не было задания мне на это. Так, я не буду пока начинать другие уроки. Пусть отдохнут мои лошади. Лошади. Кто-то там у меня вообще злой был. Вот, иди сюда, наверное. Быстренько отдыхай. А, тут... А, у них места там нет, поэтому они злые. Надо пару таких полей, наверное, поставить, да? Наверное, поэтому они злые-то ходят. А где это поле находится? Как оно называется вообще? Загон простор. Вот это оно открыто, куда-то куда-то все могут поесть и порезвиться. Вот, пусть еще тут порезвятся. Я тут два места поставлю вообще. Вот, резвление. На полную кату. Еще и дорожки есть где поставить. Вообще классно. Как поставим? Отсюда, оттуда и отсюда, да? Да, с этой стороны. Резвитесь на здоровье, пожалуйста. Нате вам еще. Резвитесь с усилием. Сейчас я загоню всех злых сюда. О, давай сюда. На второе. О, давай, иди порезвись там у меня. Так, Кейтлин хочет тоже порезвиться, только в общаге. Хорошо, пошла учиться. Это не злой, вот злой. Иди сюда, порезвись. А вон освободилось место на старом. Давай, быстро, я тебя пристроил. Я тебя пристроил. И здесь тоже у меня злой кто-то еще был. Это, вот кто-то злой, но он работает сейчас. Вот злой. Иди сюда. Поздравляем, репутейшн улучшен. Арена для полетов и клумба нежность. Уже Гарри Поттер пошел у нас. Цирк, все, восьмой уровень. Украсть... А, украсть раньше, я думал, соседа уже раньше украсть надо. Извините. Так, начните урок. Какой, любой, что ли? Такое задание? Басам, это ты профиль, поэтому. Профиль. Угу. Давай, с идеальным дуэтом, пожалуйста. Так, только не злых бери, бери добрых. С отличным дуэтом, все, о. Урок начал, репутация растет. Завершить урок фигурных полетов. 8 штук, друзья. 8. А чё не 25? А интересно, насколько большое ранчо нужно? Ой, площадка нужна. Арена с пандусами. Ну да. Ну да, у меня не помещается. А чё больше нельзя было? Не, помещается, я могу вообще здесь вот тут вот. Место для полетов на метлах. Вот тут мы вас ставим. Нет, сюда не влезло. Ну, не влезло. Но я пытался. Так, так это один только я могу поставить. Значит, так просчитали, чтобы я два не поставил. Не, я тут могу поставить второй. А, так я могу перенести это. Так я сейчас поставлю. Ой, там у нас еда заканчивается. Боженьки. Бегу. Все, еда заканчивается, я бегу. Давай, еда. Где что? Давай, меня голодают животные. Бегу с подносом и холодильником. Все, я затарился. Изменить. Ждем 9 уровень. Давай быстрее уроки начинай, потому что 8 штук, это жесть просто. Все, зря строил дорожку сюда. Изменить, переместить. Ну, давай-ка иди отсюда.
Ну, давай здесь. А где уход? Оттуда. Давай, дорожка останется. Все, я переместил. Здесь мы второе поле с вами начни урок, пожалуйста. Начни ты этот уже прекрасный урок, Эллиот. Ниро, давай. Может, его прокачаем как-нибудь. Полет-то ж, наверное, воздушный нужен, да, дракончик? Или им все равно? Нужно тебя дракончик. О, воздушный Ватан Буран. Как он первый значок получает. А Бен у нас вообще без денег. Во, вот вы и нашли друг друга. Так, я еще одного воздушного ставлю. Может, второе образование пойдет. Хороший дуэт, отличный нам нужен дуэт. С Кинли пойдете? Кинли вообще не поймет, что происходит. Сейчас я раньше начну украшать. Подождите, я второй еще поставлю. А то мы реально будем 100 лет... На метлах учиться летать. Поместилось. Ура! Ход отсюда. Ход отсюда. Могу сюда задвинуть. О, я въехал сюда, смотрите еще. Он тут уже не въехал, а сюда въехал. Как специально, да? Все, я поставил второй. Давай сюда, народ. Луис. Давай, имани. Имани. Воздушных у меня уже, по-моему, нет. Давай вот этого. У нас бездельник. И давай. Лоран пойдет пусть. И второго. Ох, вот это назначать тебе на каждое поле. Это ужас же. Он злой, правда, там кто-то. Но что я могу сделать? Главное, чтобы урок шел. Урок must go on. Несмотря ни на что. Дорожка считается, что я улучшаю? Нет? Наверное, нет. Могли бы и засчитать все-таки. 5 кристаллов, как-никак. Ну все, я соединил и тут. Там я не знаю, как соединять. Там пусть будет это отдаленное для самых нервных. Туда будем отправлять. Так, улучшаем ваше... Что там у нас? Грядки какие-то завезли, да? Ой, сейчас подождите, сейчас... О, у нас турнир сейчас закончится. 9 уровня, думаю, успею украсить раньше. Сейчас я отправлю сюда еще кого-нибудь. Когда у нас это откроется? Может прокачать надо, нет? Пипец. Что не сказали-то? А я хожу, нажимаю, поставлю... Его же тоже надо улучшать. Второй турнир открылся. Вы шутите, что ли? Ну, даете. А третий на 9-м. А я на все там же. Так, тут требования должны быть четкие, поэтому только Маурисе у меня может пойти по стрелкам. Злых не берем. Злых не берем, мне нужны стрелки. А у меня нет стрелков. Все заняты. Может, идти тогда. Нет, пока не могу отправлять. Пока отправлять не могу. Там уже заканчивается тоже турнир. Украсть раньше. Я пытаюсь. Меня отвлекают. Вот у меня грядка за 75. По-моему, как красотища, а не грядка. Давай здесь ее сейчас забьем. А, тут нельзя ставить. Ну, уже не получится, извините. Хотел забить. Не забил. Тут тоже фигня будет. Ладно, давай тут не будем пока украшать. Давайте тут будем украшать. Тут у нас хоть более или менее на что-то похоже. Сколько? 1, 2, 3. Тут не украшается. А ну развернись мне тут. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну пока хватит. Все в грядках у меня будет. Так, что-то подешевле надо. 75 что-то дороговато. Давай фонтанчик попасть. А он с одной клеточкой у меня? Ой, с одной вообще. Ставим сюда. Могу по фонтанчику еще здесь. Могу через один, ладно. Смотри, как красота. Это по дорожке, конечно, получилось, но что делать? Все для моих животных. Все. Смотри, там фонтанчики, водичка. Ой, класс. 14, еще 10. Да вы шутите. Что это за заборчики? Чтоб это, дерево не ели. Давай О, это же украшение. Ну, считается украшение. Фонтанчик и заборчик. Зато дешево, и считается, что украшение. Это можно, кстати, просто в поле поставить, а потом удалить, если очень хочется. Смотрите-ка.
аллея просто, смотри, так бы и прогулялся по этому месту. Так, хорошо. Тут надо что-то побольше поставить. Не, хотя у меня тут будут эти... Ладно, давай что-то еще, мне 5 штук еще надо поставить. 5 штук чего-нибудь. Что нам дали? Вот это я поставил, огород у меня один есть, кристалл, кажется, тоже есть. Супер лавка, говорят, просто обалденная, сидеть можно годами. И не стирается. Давай вот так вот. Вот так вот. А тут что-нибудь, я не знаю, какой-то, может, аппарат газировки. Был такой в фэнтезийном мире где-нибудь? У меня будет. Аппарат... Я не знаю, что ставить, уже все закончилось. Тут так украшения же. Целых 5 штук. Даже не знаю, разбегаются глаза, за какое схватиться. Чтобы 10 раз его не поставить. Ну, лес надо сделать. Лавка для очень влюбленных. Ну, не будем там дерево ставить, а то они там не поместятся. Ну, тут давай. А это тоже все занято уже. Ёж-моё, что. Все, я выполнил требования. Вообще не прокачалось, нифигась. Практически, смотрите. 24, 24. А, так это было сюжетный квест, между прочим. А что у нас закончилось? Это вот это с принцем... О, сейчас, сейчас повысят репутацию. Стой, ну что ты у меня тут брыкаешься в конце-то уже? Тут сейчас будут это... Они брыкаются мне. Ну хоть заметил. Сейчас бы... О, еще кто-то брыкает. Где? В каком месте? Ну что ж, мы думаем, что фестиваль был просто замечательным, веселым. Че, плохо, да? Увлекательным, запоминаешься. Будем степенно за следующий. Похоже, индийствует. Думаешь, мы сможем превзойти себя на... Фестиваль окончен. Ой, не отлично, видите? А, у меня брыкнулась лошадь в конце, 50%. Вот зараза. И вот не могла потерпеть, да, чуть-чуть? И вот опять кто-то брыкается, но тоже здесь. Вот не могли потерпеть. Хотя какая разница? Ну, денег меньше дали. А, так мы нифига не заработали. Так мы в 1000 заработали. Так, всех, всех уволить. Всех, кто, всех уволить, сразу говорю. Ну что, нас можно отправить на более серьезный турнир кого-нибудь? Да ёж-моё, что у нас происходит-то? Кто у нас брыкается? Кошмар. Я лечу уже. Заработать кристаллы, 612. Как их заработаешь за такое короткое время? О, заработал. Люблю эту игру. Я почти заработал. Сейчас только надо отправить кого-нибудь на турнирчик. Неплохо я. Я думаю, как же их всех это заработать. Нет, давай я на турнир отправлю, да, подожди. Там нам точно дадут много. Престижный турнир, попытка номер 2. Есть, идет Маурисио. Как я говорил, злых не берем. Вот, стрелок освободился, но он злой. Они у меня забегались просто. Вот, Кимбер. Кимбер хорошо. Кимбер хорошо, только тут надо идеальный дуэт с Мех Ди. Вот это уже заявка на победу с Мех Ди. Отправляем. Так, давайте сюда кого-нибудь надо заработать все-таки, да. Ой, не-не, это не трогай. Есть, вот это мы сделали сейчас, 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 сейчас. Бегу, 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 бегу. Не уходим далеко. А я могу прокачать его лучше? Улучшение могу. А что-то не прокачал. Потому что я стеснительный. Прокачал, смотрите, уже 8 уровень с половинкой. Так, улучшение на 9 уровне, все остальные. Урок, погнали. Кто там у нас свободный? Я думаю, Нира скоро получит свое первое звание. И тут еще один кандидат. Вот, Рошан Пыльца. Зеленым листиком будет летать, мне кажется. Прям чувствую. Прям порхать должен. И еще вот тут кто-то тоже должен степень получить. Микки будешь? Или Нора? Давай Нора. Отличный. Правда, там он злой, он очень. 60%, что она будет брыкаться. Ну, ничего страшного же, да? Блин, им надо отдыхать. Я их загонял просто. Кнютви, о, вот этого давай. Он вечно веселый. Мауриус. Мауриус, отстань. Дайте кого-то, кто пришел недавно. Вот, заинтересовать надо новеньких. Все, тут мы 1000 с вами заработаем и сюда загнать. Давай новеньких каких-нибудь. Леон, давай ты.
Как у кого-то совсем, кто у нас только вот-вот начинает только еще. Ансель Мгла, давай. Ансель Мгла. И хороший, отличный дуэт с Паулой. Хотим? Или с Кейтлин. Кейтлин вообще еще не получила ничего. Так, есть. Не трогай злых. Мне просто надо дать им перерыв. А у меня же, вы же видите, да? Какой темп. Просто сумасшедшие темпище. Во, Бен, давай. Хоть и хороший дуэт, но... Не это же главное. Поэтому я все и злые. Так, Элиот. Тереза, давай. Так, кто еще у меня не совсем злой? Давай сюда. Так вообще все. Их надо, короче, это... У нас понедельник, когда? На следующей неделе. Через один день. Нейтан, хороший дуэт. Два, все, поехали. Все, не трогай их. Там дальше у меня уже все уставшие. Их надо дать отдохнуть как-то. О, принцесса пошла. Принцесса пошла. У меня еще один студент, а места у меня, кстати, больше уже и-то и нету. Я заработал? А, я уже заработал то, что мне нужно было. У меня уже требования выполнены. Так, а как мне их заставить отдыхать? Вот у меня злой. Переместить Мэри на отдых. Вот Мэри пошла отдыхать. Плюс 15 он тут прибыл. Через портал. К нам. Я бы вам улучшил ваши жилищные условия. Начните урок с сахарным единорогом. Ну, если есть, если он не злой. Мы сейчас все злые. Это урок езды. Тут же еще этих настроений не проверяю. Есть у меня сахарный единорог? Есть, но он злой. А второй у меня... А второй у меня есть? Где-то, наверное, занят. Сапфир, прости. Но мне надо выполнить это требование. Так, мне еще один студент нужен. Потом начну в общаге строить снова. Один какой-нибудь. Вот-вот. Там. Нет, кто-то ж у меня был. Во. Лоран, давай. А вот хороший дуэт. Нам надо отличный дуэт. Во. Конрад, давай. Выполнил. Ждем 9 уровень. С нетерпением. Вообще-то надо вот этот начинать. Он у меня уже все брыкаются. Ну, короче, тут смысл в том, чтобы я дал паузу, а не бежал вперед. Команда вернулась с турнира. Второе место. При идеальном дуэте, где все совпало. Нифига ж себе. Что-то не могу выключить. А, конец недели, понятно. Так, у нас тут все хорошо. Прибыль падала, поднималась. Счастье существ пошло вниз. Ученики счастливы. Да выключите вы уже вот это. Выключил. И тут тоже. Это, кстати, плачет тот, кого я отправляю сюда. Мне их, что ли, оставить в покое, наверное, какое-то время? Давай ничего не будем делать какое-то время. Все, я молчу. Мне надо, кстати, вот это еще купить или сделать, если мы хотим, чтобы у нас что-то здесь было. Все, последний студент. Прикольно. Рошан получает новый значок. О, первый значок с этими. Ну, поняли. Завершил урок фигурных полетов. Должно быть 4, по-моему, по идее. 4, да. Улучшение. Сложный фестиваль. Ну, давай. Вау. Ну, сложный фестиваль мы точно первое место не займем. Цирк, урок завершен. Деньги идут. 4 сделали. Ну, короче, понятно, да, что нас дальше ждет. Я уже просто догадываюсь. Просто мне надо животным дать отдохнуть. Потому что начинаются вот нервные припадки у многих. Займите ниже второго места в обычном турнире.
Ну, это просто, если, конечно, есть незлые существа у меня. Обычный турнир. Ездовой. Пойдет кто-нибудь, кто сечет в этом деле. А тут никого и нет свободных, кроме Басама. Все остальные у меня тут злые. Алкан пойдет. С идеальным дуэтом. Ну, это первое место будет. Ну, вот я отправил сюда животное, чтобы оно отдохнуло. Они сами ж могут отдыхать, правильно? Я ж их не должен их всех это следить за их настроением. Надеюсь, что нет. Так, отдохнули, да? Меня тут на 9 уровне докачаться. Это последний уровень в игре, который открывает все улучшения, наверное. Это у меня кольцевой. Вот он, кольцевой. Мне надо сюда кого-то, кто у нас юн, молод и еще не злой. Леон, давай ты. Дурдушквал, подожди, давайте кого-то из... А вот, кто-то счастливый даже, что с ума сошел? Какой-то травы наелся там у нас, что ли, веселый. Чё ты счастливый-то? Кнют ветер, вот давай. Тебя и счастливого Мариуса, да? Да не все счастливые у меня, смотрите. Ну, некоторые, конечно, такие все задумчивые. Кейтлин. Нех, это плохой дуэт. Давай вот этого. И Мариуса, да? Нора, давай Нора. Пусть и хороший дуэт, но ничего. Вот у нас Азора жёг. И кого-нибудь из тех, кто там он. Кейтлин пусть. Он хороший дуэт. Давай хороший, какая разница. Пусть привыкают. Так, один есть, и здесь мне надо, это будет 6, еще один. Ниру, хочешь провести урок? Не хочет, она уже стала экспертом в этом деле. Микки, давай ты. Микки, злых не трогаем, отличный дуэт, Смегди. Хочешь Смегди? А, давай. Так, Тайпер Джун. Джун Мариус хороший дуэт, ему нам надо отличный дуэт. Ну, вот так пусть. Ну, дело пошло. Теперь дело за малым. Верховая езда, урок завершен. До 9 уровня рукой подать. Вот сейчас выиграем турнир, второе место. И 9 уровень нам обеспечен, только надо теперь закончить уроки фигурных полетов. И тогда точно все. Заработай кристаллы 200 штук. Так урок закончится, и заработаю. Так, я сейчас построю минутку. Стоило. Тут стоило тоже, я думаю. Подожди, мне не стоило, мне сарайчик нужен. А, и сарайчик уже не могу строить, что все, реально? Вы серьезно? Это все пони, которые у меня могут быть. 16. А зачем тогда еще одно поле вон там? Я не могу больше увеличить количество пони. Только после 9 уровня я могу увеличить количество, ну, вместимость сараев. И все. И все? И это все? А могу я студенческую общагу еще одну построить? Ну, просто очень интересно. Не-а. Все. Я могу поставить еще одну вот эту турнирную штуку. Отправлять на турниры больше людей. А больше 16 я построить не могу. Это все, это ограничение. Неплохое ограничение. Не, ну неплохо так вот тут. Я удивлен, конечно. И все. Это и все. Это максимум, что у меня может быть. Потому что на больше, то ли я не успею, наверное, физически за всеми следить, то ли просто игра не справится. Не знаю. По 16-то максимум, народ. Все. Я делал все, что мог. Могу здесь еще одну поставить, эту штуку. Интересно. Ну ладно, ждем 9 уровень.
нетерпением. Походу, этот цветочек я нарушу. Это тут раньше цветочек рос, теперь тут какие-то несколько цветочков растут. Я тут не могу кое-чего построить, поэтому цветочки, извините, я на вас наступил, малехом. Все есть. Это есть. И здесь я хочу поставить еще одну турнирную будку. Их-то можно хоть ставить? Или тоже две тук? Все, я построил турнирную будку. Сразу ее прокачал. Понятно. Все, прокачал. Кристаллы зарабатываем. Сейчас отправлю кого-нибудь на пострелушечки. Марине. Все злые, все... Так я не могу нанять даже новых этих. Ха-ха-ха, я ж не найму их больше. У меня... Их надо выгонять и искать... Понятно, как надо? Если у тебя много, например, ветреных, ты выгоняешь и ищешь больше сахарных, например. Все, надо больше их. А прокачать только можно... А как можно выгнать, если ты его... в него силы вкладывал? Вот скажите. Ну как это? Ну это ж не годится. Ну как это выгнать? Ты ж больше не наймешь всего. А я думаю, что за что мне награду дали? А я теперь понял, за что мне награду дали. За то, что я полное количество набрал. Больше 16 нельзя. Ясненько? Понятненько? Вот так вот. Команда вернулась в турнир. Ну что, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Мы заняли первое место, ну еще бы. Еще чуть-чуть и все. 200 монет мы заработали автоматически, поэтому зря я урок начал. Ну ладно, я не буду сейчас их загонять. Тут теперь дальше, так понял, чисто релаксовать нужно, да? Фигурные полеты завершено. Это пятый. И сейчас будет еще шестой. Дальше надо выстраивать, ставить правильно поля. Но опять же, ты не можешь больше построить... Интересно, амбар я могу еще поставить чуть больше? Подождите, я фигурный полет последний урок начну. Там хоть и злые звери, но надо. Ребят, надо. Восьмой уровень полностью прокачан. На девятый мы не перейдем просто. Хильда заканчивает обучение. Мехди и Нора заканчивает обучение. В престижном турнире. Займите ниже второго места. Ну, второе место я, по-моему, всегда занимаю. Так, Леон, давай. Я на тебя верю, что ты у нас будешь полетным полетом. Уже ни одного доброго животного у меня не осталось. Все меня ненавидят за то, что я их эксплуатирую. Давай, Буран. Давай, Нейтан. Это хороший дуэт. Ну, давай так, Скинли. И теперь понятно, студенты, почему студенты у меня выпускаются. Видите, 4 места освободилось. Типа теперь можно набирать студентов. И вот такой процесс. А у меня единороги и дракончики не умирают случайно от старости? Ну и так спросил. Надо же как-то их обновлять. А то я уже платок приготовил, тут привыкнем. Ну, я думаю, 9 уровень с вами получим. И окей, да? Просто выстраивать вот это все. Ну, откроется третий остров. А что на нем строить, если... Если у меня ограниченное количество единорогов. Нет, у меня не ограниченное количество. Я улучшу на 9 уровне. И мне добавится еще по 4, наверное. До 20, наверное, докачаются. Но строить я больше не могу. То есть, я могу строить поля, но не могу строить сараи. У меня будет сколько там сараев? 4 сарая на все мое это хозяйство, да? Понятно. Ладно. Я вас понял. Хильда, давай ты. Все, это последние два, и у нас будет 9 уровень. Что там еще? Займите не ниже второго места. Но смысл сейчас занимать не ниже второго места? А, ну если 9 уровень последний, то я думаю, все тогда будет, да? 9 уровень, и все, разойдемся. Ниже второго места. Турнир ездоков. Ездоки.
Турнир ездаков, а у меня-то и послать-то некого, кроме первого. Остальные я не знаю, где у меня, куда они все разъехались. Уволились, что ли? Кто у меня не злой на турнир может поехать? Меритень, пойдешь ты. А мне ж нужен идеальный. Вот идеальный. А идеальный у меня ли... Нет, Гарриет есть. Идеальный дуэт, да? Это же Гарриет? Гарриет. Вроде бы все еще недовольны. Ой, ну нормально, в принципе. Ну посмотрим. Вот сейчас отправил идеальный дуэт. А что надо-то? Что вы хотите-то от меня? Кстати, тут можно отправлять. Вон турнир летный. Смотрите, летный. Типа на два турнира сразу можно отправить, да? А у меня кто-то был. По спецификации Ниро, например, летная. А вот здесь летных у меня ни одного животного нет. Ни одного. Поэтому мы там не выиграем нифига. Смысл туда отправлять. Я еще не прокачал. Вот когда прокачаю, я как займу место. Понятно. А деньги нам нужны будут для чего? Тоже понятно, да? Так, для того, чтобы улучшать на 9 уровне. Вот это вот сложный фестиваль. Ну давай сложный фестиваль, нажмем, попробуем. Да начнется фестиваль. Я ж не могу, да? О, Ален хочет поступить на ранч. Добро пожаловать. Да, не хватает воодушевления. Как раз сейчас мы займем второе место точно. И воодушевление появится. Когда начнется фестиваль. Ясно. Все тогда ясно. Значит, количество студентов я тоже не могу улучшить. Не, все. Здание больше не строится. Вы достигли максимум. Вот это 4 здания, это максимум. Все. То есть на 9 уровне я только увеличу их этажность до 3. И у меня увеличится количество студентов. Но сейчас я не буду ничего делать. Смысл сейчас сделать. Зарабатывание денег, конечно. Разве что. И у меня нет здесь животных, которые бы представили меня на каком-нибудь турнире. Надо куда-то прокачать-то, да, Тереза? И тренеров у меня нет. Тренеров тоже у меня отсутствует нужное количество. Нора, ну давай тебя. Опять злых животных ставлю. Азор ожог. Когда они третий значок прокачают, даже не представляю. Ну вот засунул. Не допускайте шалостей. 9 уровень, друзья. 3 уровень улучшения и фонтан гармония. И Хильда хочет поступить. Хильде, правда, голову оторвала. Ну все, репутация пошла. Заработайте кристаллы. Вместо не допускайте шалости. Не хватает воодушевления. Почему это? На второе место едет. Сейчас будет. Не допускайте шалости. Получите оценку А в конце сложного фестиваля. Это чтобы попасть на... Короче, чтобы открылся третий фестиваль, понятно? Но тут попробуй попасть, потому что у меня все злые. Тут надо очень долгое время теперь ждать, пока все прокачается. Команда вернулась с турнира. Первое место, воодушевление должно уже быть. Все, выполнил. У меня меню не работает внизу уже, смотрите. Ну что, воодушевление пошло. Не хватает воодушевления? Ты серьезно? Серьезно. Не хватает. Так еще чуть-чуть надо. Так мне уроки просто надо выполнять, делать, да, какие-то? А я же забил вообще на все это дело. Нет, давай, наверное, на это. У меня совсем нет никого по шарикам. Один по шарикам только. Давай еще кого-то по шарикам дотолкаем. Это не важно уже, конечно, вы понимаете, да, почему? Дальше только А, и дальше третий уровень сложности. 10 уровень я не получу, пока не займу А. Вот. Отличный дуэт. Я в этом не сомневался. Ну, давай, Руби. Потом студенты еще нужны. Кто-то вообще нулевой вообще был. Ну ладно.
Мне кто-то нужен, вот Лоран, хороший дуэт. Мне нужен отличный дуэт. Ладно, все, давай, поехали. Короче, уроки надо просто выполнять, и тогда у меня воодушевление вырастет. А чтобы уроки закончились, вот это надо, чтобы закончился. И здесь тоже надо. Я, конечно, могу уже прокачивать дальше и больше, и выше, но... У меня злые животные. Ой, все, уже допустили. Вот не могли, да, чтобы не драться в это время? Вот не могли. Просто не могли. Давай Луку сюда. Давай тебя. Отличный дуэт, Киан. Все, сорвали вы мне статистику. Без несчастных случаев на ранче. Все, окей. Тогда не начинайте пока. Ждем завершения уроков. Реально сорвали. Так, а что у нас еще? Еще одна свободная кольцевая. Нам надо вот этих вот прокачать. Вот это надо прокачать. Бен заканчивает обучение. Даже студенты уже бегут. Вот тут надо нам еще одного мастера по кольцевым этим. Они очень тяжело даются, эти мастера. Надо одного, правда, качать какого-нибудь. Как, собственно, и животное. У нас тоже их нифига нет. Давай, Ватан Буран. Надеюсь, ты будешь летающим. Как и, собственно, Микки. Вы отличный дуэт, запомните это. Кнют Ветер тоже ничего, кстати. Для летного, наверное, будет идеально. Аниса, отличный дуэт. Давай, студентом будешь. Сложного фестиваля. Оценку А. Как же ты ее получишь-то? Если у меня все заняты. Цирк, урок завершен. Ура! Нора получает новый значок. И Нора хочет поступить на ранчо. А ты не была студенткой? Ты на второй год у меня идешь сюда. Все, воодушевление достигли минимального, смотрите. Можем запускать, но у меня мало животных, которые могут представить нашу компашку. Давайте подождем, пока еще урок закончится какой-нибудь, хотя бы вот этот вот. А какие я еще начинал уроки? Я не знаю, другие начинать уроки, этих животных мало. Я теперь могу, кстати, прокачать количество животных на ферме. Если есть деньги. За 750, смотрите. Давайте начнем с крайнего, чтобы не пропустить. Улучшаю. Ну все, понеслось. И теперь у меня аж 2. О. Давай по максимуму. Давай по максимуму. Все ж, я больше не могу прокачивать. А ну. Блин, да нет, я имею в виду. Лука, давай, я знал, что ты пойдешь. Народ, а я не могу больше прокачивать. Или могу? Не-а. Смотрите, вот здесь на прокачанном. Я нажимаю, и все, прокачка больше недоступна. Опять ЧП. Прокачка больше недоступна. Ясно? Не паникуй, там остановил мне урок. Поэтому я сейчас прокачаю максимальное количество единорогов. Вот еще можно пока. До 24. Это максимум. И все. И столько же рабочих. И столько же студентов. То есть до 24. О, Ватай получил свой новый значок. Впервые в жизни летный у нас появился. Отлично. Начнем урок с сахарным единорогом. Да стараемся. Так, студенты 16 из 16. Улучшаем. Дороговато, лучше уже рабочих. Улучшаем. Раз. Ого, размер. Два. Три. Все, это максимум.
Больше я не могу ничего сделать. Так, студенты. 920. 920. Наши деньги просто. 920. И у меня уже нет денег. А, 920. Все, 24, 24, 24. Теперь набирать. Теперь мне нужны домики. Тебе надо 8 домиков еще построить, но это не проблема, судя по тому. Сколько они стоят? 8 домиков для единорогов. Набираем единорогов. И долгая-долгая их прокачка начинается. Представляете, сколько надо, чтобы еще 8 прокачать? Ну, это все домики. Что такое? А чё я могу только так? Какие-то домики у меня не заняты? А что, я не могу больше строить, да? А, все. А как же, что мне ж 8 надо еще разместить. Элвин Мрак. Призрачный. Арай Воздух. Воздушный. Жемчужина коллекции. Да? И огненный. Ну, разместил. А, теперь обновлять за 500, да и остальных набирать. Мне еще можно 5 разместить. Сколько у меня домиков пустых? А, вот эти у меня домики, наверное. У меня, наверное, эти домики пустые. Подожди, я переместить хочу. Понятно, этот домик у меня просто пустые. Вот так вот. Так, подождите, мне тут урок надо начать с единорогом каким-то. Ой, у меня скоро королевская это закончится. Воодушевление уже все. Земляной и водный просят. Угу. Сейчас я вам сделаю. Водный есть, но злой. А земляной даже не знаю, в каком месте он у нас бродит. Тоже злой. Но я попробую сгладить угол. Хотя бы на двадцаточку. Земляной у нас вообще один. А какой нужен? Стрелок, Айлен, отличный, да, давай. Раз. Водные у нас злые. Злые все. Злые. Шестьдесят, ужас. Ой, счастливые, но водных нет. А водные у нас заняты, наверное. А как мы здесь Ан займем с таким ужасом? Давай простых наймем, которые вообще нифига не умеют. Так нифига ж не умеют-то. А, рай воздух, смотрите, там какой-то он со знаком к нам уже пришел. Какой-то уникальный, походу, единорог, да? Да, смотрите, он сияет у нас. Какой-то уникальный. Видите, глазастый. И что-то сияет. У него какой-то вот кристалл что-то там есть. Ну, давай его возьмем. Так, хороших только берите, чтобы у нас не повысилось больше 50%. Мехдих может? А мне нужен стрелок. Мехди может. Хороший дуэт. Нет, мне надо отличный дуэт. Мне нужен стрелок. О, Тамия, хороший. Да что ж такое? А они ж не сочетаются, поэтому. Ну давай, Тамия, тебя. Не, давай тебя. Мехди, давай тебя. Есть. И еще мне нужны стрелки, но они все злые. Олкан дыхания. Стрелок вот у меня злой. Злой. Неопытный. О, Рошан, давай. Идеальный дуэт, Киан. Вот за счет вот этого идеальных дуэтов я бы занял, наверное, второе место. Но вы поняли. Заработайте кристаллы 1200. Я пытаюсь заработать кристаллы. Сейчас пойду задание какое-то отправлю. Все, я прокачал все, что мог. Турнир. Сейчас у меня есть один тренер опытный. Вот, есть опытный тренер, раз. Есть уже животное, только оно злое, наверное. Вот, есть животное, злое очень. Но нет тренера. Ну, вернее, студента, которого можно было бы отправить с этой характеристикой. Ну, только отличный дуэт с Хильдой. Давайте попробуем. Два совпало.
Сейчас злого сахарного еще все засуну. Кого у нас нет? С мячиками у нас почти никого нет. Тут же надо запоминать, кого ты сюда отправлял. Когда он, вот Леон, например, хочет, может стать, да, вот этим вот тоже экспертом по этим вопросам. Вот Энигма, может быть, тоже хочет. Сахарная, сахарная, но злая. Конрад вот хочет тоже, пожалуйста. Давай кого-то из новых, но добрых. Вспышка, давай, вспышка. Я от этого уникального взял единорога, даже достижение получил. Эцил, ну все. Это я заработал. Кристаллы маловато что-то. 1200. Ну, 1200 ты в любом случае заработаешь, ну согласитесь. Ну, это же не проблема заработать. Так. Те, кто прокачивается, они устали. Их надо отправлять куда-нибудь. А те, кто только прибыл, им все равно где-нибудь находиться. Ну, давай так. Этих лучше не трогать, они злые. Сабина, ты отдохнула? Иди. Получить А в конце сложного фестиваля. Да фиг я А получу. У меня только один идеальный этот. А там надо минимум, наверное, два идеальных. И остальное должно совпадать. Настроение должно совпасть. Потом, что там еще? Знаки, которые принцесса хочет увидеть. Ну, там много чего надо, чтобы совпало. Но это сложно. Так, я могу еще улучшить их настроение с помощью вот этого. Изысканное стойло. Чтобы у них улучшился дух быстрее. Ну, чтобы они... Но мне на всех не хватит, естественно. Улучшаю только те, у кого лицо кривое. Тайпер прилив. Изысканное стойло. Чё злые-то тогда? Этот улыбается, значит не получишь хороший дом, понял меня? Зря улыбаешься. А кто позже, те улыбаются, их еще не загоняли, видите? Их еще не загнали полностью. Вот количество еды можно улучшить. За 925. Пир на весь мир. Увеличение еды. Да, но кто еще очень злой? Говорите. Улучшаю вам. Скривите морду, если вы злые, я вам сразу же дом улучшу. Еще есть кто злой? Да тут все у меня такие. Мои спортсмены злые, поэтому я делаю все, что могу. Еды хоть хватит, а то я сейчас понаулучшаю. Команда вернулась. Третье место. Еле-еле. На полетах. Но это неплохо. Учитывая, что я отправлял туда очень злых существ. Кто там у меня уже злой? В каком месте? Только не говорите, что у принца. Нет, не у принца. У принца я 40% еле выдержал. У меня... Пони у меня с этим... Со звездочками упала. Шикарно. Так, работнички. Не хотите ли вы прибыть на нашу ферму? Джаксон. Отлично, ученый ты наш, смотрите. Еще кто-то. Кори, кормитель. О, Осман, тоже с книгой какой-то. Эйцо хочет на ранчо. Давай. О, получили еще один у нас получился с крылышками. Леон наконец прокачался. Красавец Леон. Еще кто-то хочет к нам? Кори хочет поступить. Поступаем, давай. Серинда хочет к нам поступить. Давай, Серинда. Ни в чем себе не отказываю. Еда заканчивается. Бывает. Давай сделаем один большой дом. Амбар, пир на весь мир. Все, больше прокачать нельзя амбар. Я бы еще 5 амбаров бы прокачал по полной. Ну что-то мы... А, зарабатываем, нет?
берут меня смутные сомнения. Наймите не менее 12 работников. Мне нравится это задание внизу. Там явно что-то не работает. Так, еще злые животные есть. А, это еще до второго уровня не прокачал. Так, хоть до второго уровня всем прокачаю. Это что ж... Начнется обиды. Все, я вам всем прокачал минимум до второго уровня. Пока всем не могу все прокачать, потому что мне денег мало. Надо по турнирам ездить, зарабатывать. Вы ж ничего никуда не ездите, все злые. Заработайте 200 кристаллов, да не вопрос. Турнир с мячиками. У меня с мячиками кого нет. Вот я не знаю, вот это вот. Это ж с мячиками или с чем это? Давайте попробуем. Анна, поедешь. А с мячиками вообще кто-то есть? У меня есть лед, но у меня ни одного нет с мячиками. И что вы себе думаете, не пойму нифига. Кстати, я ставлю ставку, что, возможно, на королевском турнире сыграет то, что там вот этот вот разноцветный единорог принимает участие. И принцесса, и принц просто ахнут. У меня мячика вообще нету. Ну, мы поняли, да, чем я... У меня никто не прокачался еще, ни один тренер... Не, ну тренер может... Ну, давай, мы не проверим. И ни одно животное не имеет мячиков. Возможно, Энигма, но она злая. Давай попробуем. И ни одного тренера, Микки. Ну, в чем дело? Ну, как это? Когда третий прокачается, я тут умру уже сам от старости. У этой единороги вечно живущие, а я нет. У меня даже Кнют, который недавно пришел, уже всех ненавидит. Ну о чем тут говорить-то? Имбер, давайте попробуем прокачать. Я не знаю, что делать. Ну вот пытаюсь. Дома улучшил всем. Воодушевление он полнейшее, смотрите, у всех. Но мне нужно, чтобы кто-то прокачался у меня с мячиком, чтобы мячик был. А мячика-то и нет ни у кого. Хотя мячик может быть вот это. Тут же фиг поймешь, что это такое значит. И книга, что такое книга? Полет? Это полет или обучение? Что это такое книга? Человек с книгой пришел. Давай попробуем его поставить. Что он нам... Чем он нас удивит? Так, Алкан что-то уже радостный. Дом увидел, что ли, свой новый, да? С новой мебелью. Давай, Селена, тебя. Так, есть. Кейтлин хороший. Ну, хороший это не отличный. Эйцо, давай тебя студентом, может, будешь. Ну, я, в принципе-то, понимаю, что у нас все зависит от того, как быстро мы на 9 уровень сделаем последнее улучшение. И когда у нас будет все улучшено, тогда мы с вами будем занимать первые места вот здесь. Вот в вот этих вот турнирах и во всех остальных. Потому что сейчас, когда у тебя уставшие животные и персонал тоже не обученный, сложновато чего-то достичь. Ну, давай обычный турнир отправим Эцио. Не Эцио, кто там у меня. Вот Джун поедет. Есть идеальные. Есть идеальные. С Норой поедет. И, я думаю, выиграет. Все, заталкиваешь их на турниры. Прокачиваешь студенческие общежития, что я, собственно, и делаю. Прокачиваешь вот эти вот прогулки, чтобы они лучше сюда влезали. А сколько это стоит? Верховая езда, турнир начался. Уберите подсказку, я не вижу прокачку. Сколько стоит прокачка? 1100. Это за этот загон, чтобы у меня животные были более веселенькие, да? Ну, давай. Прокачал, теперь у меня 80 влезает из тех, кто у меня есть. Но и это надо прокачивать тоже. Прокачал. Грандиозные планы, посмотрите. Мне, конечно, надо прокачивать и вот эти вот тоже штуки, вот эти, чтобы у меня здесь было по 3 пары пролазило туда. Грандиозные планы. Что бы это ни значило. И амбары надо прокачать, но денег нет. Животные, вы там как?
У меня сейчас здесь могут гулять 16, у меня всего 24. Ладно, я еще чуть-чуть здесь это поборюсь. Девятый уровень, получите оценку А в конце сложного фестиваля. Ну вот, они идут на финишную прямую. Если сейчас не взбунтуется лошадь, то у меня есть шанс. Если взбунтуется, то я А не получу. Ну, давайте. Я делаю ставку на вот это элитного, вот этого дракона моего. Это не то. Это не то. Это цирк, урок завершен. Это у меня Имани получила звание летающего тренера. А кто у меня на шариках-то будет ездить? Я что ли буду или что? Ну мы ждем-с. Ну давайте уже. Ну заканчивайте. Ну как? Где-то время. Ё-моё, друзья, мы победили. Друзья, мы победили, мы взяли первое место благодаря уникальному сказочному дракону. Бесконечная история, репутация улучшилась. Что ж, мы думаем, что фестиваль был фантастическим. Это сложный. Сказочным, зачаровательным. Я в жизни не видел ничего подобного. Я набрал полные штаны всякого дерьма. Но оно того стоило, мы обязательно вернемся. Не я, но впечатленный, потрясающая работа, мы поздали. Следующий фестиваль будет... Фестиваль окончен, друзья, нам удалось. Смотрите, никто не брыкнул, и поэтому мы взяли S, даже не А, мы S взяли на сложном. S. Ну и ну. Принц и принцесса сказали мне, что хотят сделать какое-то объявление. Ну давай. Тише, тише, пожалуйста. Их величество желают что-то сказать. Да молчу я, это дракон. Должна признать, что это раньше нас впечатлило. А впечатлить нас не так уж и просто. А потому мы удостоим это раньше чести. Великой чести. Носить титул самого зачаровательного во всем королевстве ранчо. Ого! Просто невероятно! Друзья, я нас всех поздравляю. Мы, по-моему, прошли игру. Поздравляем. Ты молодец. Награду за твои труды мы восстановим все оставшиеся разрушения на твоем ранчо. А у меня были разрушения? Ничего себе! А, последний мост! Последние разрушенные мосты на острове восстановлены! Блин, я так счастлив. А что там строить-то? А? Теперь у тебя есть доступ к зачарованной роще. Круто. Это же феерично! Это феерично, но мне строить нечего. Вы же мне не даете строить, я же даже амбар не могу построить новый. Не стоит благодарности, это заслуженная награда. Тебе удалось сделать из этого ранчо настоящий рай. Основные цели успешно выполнены, но ты можешь продолжать играть, друзья, и управлять своим ранчем. Мы это сделали. Все. Very Mystic El Rancho Super. Феерично просто. Я это запомню слово. Это просто феерично. Команда вернулась с турнира. Да что ж такое, везде первые места. Но я просто не знаю, куда эти кристаллы девать. Все, друзья. Я думаю, на этом фееричном моменте мы с вами закончим. Я могу прокачать вот эту штуку до максимального уровня. Затейливый фестиваль 1500. Давайте это сделаем. Вот. И у нас теперь есть сложный турнир, затейливый фестиваль. Со строгими требованиями, простое испытание. Тут просто надо, чтобы его начать, нужно идеальное ранчо, прокачанное до 9 уровня. То есть оно должно быть. И тогда все получится. Ну, я думаю, дальше уже смысла нет, раз мне вот так вот показали, что у меня все феерично. Сейчас попробую начать с двумя идеальными дуэтами. По-моему, ездовые у меня точно что идеальные. Вот, да, у меня есть возможность. Смотри, я даже здесь легко два идеальных дуэта подбираю, потому что ездовых животных я прокачал по максимуму. Еще и воздушных. Смотри, сразу бабахнул, сразу два получается. Два задания одним махом шлепнул. А поскольку квестовых заданий больше нет, мы с вами просто за этим наблюдаем. Теперь дальше смотрим. Главное, чтобы у меня все животные были в мегадостатке. Я теперь не помню, кого улучшал, кого нет. А если ты заходишь на улучшение, то тебя начинает притягивать экран. Вот зараза. Подожди. Ну вот, да? А как мне прокачать его?
Нет, я должен прокачать. Новых животных, во-первых, засунуть. Феерично. А чё вы такие злые все? Чё-то не пойму я от этого. А, вот это, давай по 300. Давай всем прокачаем уже, чтобы у них было улучшение. Надеюсь, это прокачка. Потому что что-то у них настроение не улучшается. Вообще, в идеале, дать им надо отдохнуть. Энное количество времени. Просто отдохнуть. Даже недельку, наверное. И начинать никаких турниров. А потом провести сложный турнир и в нем победить. Но в нем победить мне хотя бы нужен один этот... На шарике. Один тренер должен быть на шарике. И, ну, и все остальные тоже должны быть у меня на шарике. Студенты, видите, уходят, поэтому надо стараться привлекать новых. Ну все, я прокачал все раньше. Даже те, которых никто не живет. Вообще, в идеале надо прокачать еще и вот эти вот наши, вот эти места. Улучшение за 1350. Арена для стрельбы. Раз. Арена для езды. Только первую давай прокачаем. Арена для езды. А я не могу ее прокачать, потому что там люди ходят. Это я прокачал. Ну давай эту арену для езды прокачаем. Третью. Все, я больше не могу ее прокачать. Нет. Это последняя прокачка. И здесь тоже. 1700. Одну это прокачиваем. Я хочу каждого вида по, чтобы здесь было по 3. По 3-4 пары, да? Вот я беру, например, тренера, который еще у меня без оп. Не, давай шариками. У меня ни одного шарика. Хотя шариками, по-моему. О, давай, давай, Мариус, давай на ранчо. Так вот, шариками у меня, по-моему. Сейчас эту постройку нельзя улучшить. Почему? А что не могу улучшить? Это улучшил, а то не могу улучшить? Или я могу по одной... А, я могу по одной только, что ли, улучшить? Ладно, берем тогда... Неважно, я уже разбираться сильно не буду. Берем тогда тот, кто у нас все никак не докачается. Хотя вот это, по-моему, вот этот вот шапочка, это, по-моему, как раз тренер по шарикам. Ну, вы поняли. Давай, Амир. Амир, кто-то у нас еще близок... Прокачки, только не злых берите. Давай тебя. Тут бы еще видеть линию, к чему они приближаются. Тут же качаешь одно, все равно, что ты получишь значок там, где больше качался. Ну вот и я о том же. Вот там я, вот у меня тоже значок получает. А что я не могу другие открыть? Дуэты. Или я могу сейчас открыть? А ну сейчас посмотрим. А ну иди сюда, Сапфир Джем. С Конрадом. Два. А когда мы откроем третий дуэт? А? А чё третий дуэт недоступен? Не знаю. Начните урок с небесным единорогом. Начал. Я просто даже и не думал попасть, что я попаду в небесного единорога. Но попал, видите, попал. Ну ладно, все, я это прокачал, и то прокачал, короче. Короче, все. Вот это вот до третьего уровня прокачиваешь еще за 780, и тебе дают великий турнир третьего уровня. Вот раз. И ты здесь тоже можешь принять участие. Заходишь сюда, выбираешь себе. Тут все должно совпасть мега идеально. Если все совпадет мега идеально. Вот. Идеальный должен быть совпадение. Но идеального не будет совпадения, потому что у меня тренер. Нет тренеров нормальных. Нет у меня. Нету, ну нет у меня нормальных. Поэтому вот так. А идеальное совпадение это... Чё, великий турнир закрыт? Что ты его ещё не прокачал? Идеальное совпадение это когда у тебя будет много единорогов. Займите ниже второго места в обычном турнире. Обычно не могу начать. И заработать денег сейчас не могу. Но сейчас будут деньги. Уроки надо проводить, тогда будут деньги. И тогда будет дальше прокачка. Сюда заходишь, улучшение, вот, кстати, потом. Берешь, например, вот, как зарабатывать деньги, да? Выбираем Басама. Выбираем... А у них, смотрите, настроение улучшилось, у многих улучшилось. У меня вообще был пипец. Когда увидели, что у них дома идеальные. Но я все сделал сначала для наших животных, а потом
А потом уже для всех остальных. Эх, так бы наше правительство, да? Идеальный дуэт. Выбираем, смотрите. И мы получаем уже 350. Только я не знаю, как те пары открывать. За счет чего они открываются? Наверное, позже. И вот идеально. У меня два идеальных дуэта. 700 просто. Оп, и пошли. И ждем, пока закончится. Обидно, что больше нельзя строить зданий. Какое-то очень сильное ограничение. Непонятно, сколько этих полей можно еще построить. Вот давайте... А, у меня денег нет, не проверю. Потому что мне территорию открыли. Но так, если я не могу ставить количество полей больше, чем 2, например. Хотя 2 вряд ли, наверное. Наверное, по количеству. Мне кажется, по 4 везде. Как и общежитие по 4. И этих 4 я могу только поставить. Амбаров у меня сколько? Амбаров у меня 5. Вот так вот. Ход конем, да? Ладно, друзья, на этом все. Все эти... Ой, кто-то мне побежал. Ой, псих, псих на поле. Псих. Все, успокоил. Даже два. А там что у меня такое происходит? А что ты у меня... А, там тоже псих. Стой. А чё вы психуете-то? Я всем дома улучшил. Угомонись, он дома психует просто. Смотрите, в пузырьках. Наказание. Как вам наказание, да? Начните урок с двумя идеальными или более дуэтами. Да я вот начал урок с двумя идеальными дуэтами или более. Не показывать неплохие результаты. Команда вернулась с турнира, что-то все счастливы. Третье место, ну понятно. Слушайте, а неплохо, это же был сложный турнир. Конечно, неплохо. Интересно, вообще никакое место можно занять? Если вообще, наверное, леваков отправить, наверное, туда. Непонятных, да? Мне кажется, да. Все, а это все зависит теперь от того, где ты, сколько и когда принимал участие и все остальное. Все, хороший дуэт, раз. Смотрите, у меня отличное настроение теперь и у животных, по-моему. Мне нужен идеальный дуэт. Есть идеальный дуэт, есть. И вот еще. Все уже улыбаются практически. Кто-то там психанул, но все уже улыбаются. Все, идеальный дуэт, это там тоже максимальный дуэт. Прокачка долгая, конечно. Ну, кто повозиться хочет, можно повозиться. Город я бы построил симпатичный, правильный, но когда я узнал, что я не могу поставить столько зданий, сколько хочу, то понимаешь, что зачем это делать. И вопрос тоже, зачем вот этот остров? Ну зачем? И тем более мне сразу... А, это 2 моста мне построили. Сабина заканчивает обучение. И процесс дальше идет чисто на релаксацию. Нет, в принципе... Очень даже неплохо. О, еще кто-то идет ко мне. Сабина. Подожди, Сабина заканчивает. И Сабина поступает. У меня точно эти второгодники пошли. Или я что-то ошибся. Там, наверное. Хорошая игрушка, если просто поотдыхать. Если какой-то хочешь вызов получить от игры. И какие-то там получить трудности, что-то тут сделать. Это игра не про то, это игра про отдых. Вот так вот наводишь камеру. Это я животных просто загонял. А животных тут не рекомендуется загонять. Тут надо наблюдать за самим процессом обучения. Практически как Хогвартс, конечно же. Вот смотришь, как они бродят, смотришь, как они гуляют, как они тренируются. И радуешься этому. И постепенно строишь, улучшаешь и улучшаешь. И рано или поздно, когда у тебя все будет прокачано, все сойдется. Выиграешь этот турнир за 3000, за 6000 вернее. И это будет последняя точно цель в игре, хотя сказали, что уже цели нет. И подальше свободный режим. Может быть и дальше еще будет расширяться, строй. Вернее, не строй, а участвуй. Пока все достижения ты, собственно, не прокачаешь. На этом все, друзья. Покидаем это волшебное место. Мне игра, в принципе, понравилась. Опять же, если не выдвигать к этой игре каких-то требований серьезных, то это отличный релаксант. Антидепрессант, антистресс. Пока драконы не бесятся. Смотришь, наблюдаешь вот разные виды и наслаждаешься этой спокойной, сказочной страной. Еда закончилась, паника, ему все умрем. Шучу, у меня всегда есть деньги для еды. Спасибо всем, кто смотрел, друзья. С вами был Дмитрий, канал Шедвиль, Игровые миры. Спасибо за лайки, комментарии и до встречи в каких-нибудь
тоже интересных фантастических, фэнтезийных и спокойных играх. Подберем, покажем, поиграем, посмотрим. Все, пока.